О, здравствуйте, дорогие друзья, если меня слышно и видно, то я готов начинать. С вами Пресняков Владимир, сейчас я чуть-чуть, что у нас тут свет плохо падает. Здравствуйте, если меня слышно и видно, дорогие друзья, внизу есть такая штука, как чат, и поставьте туда, пожалуйста, плюсик, если вы меня видите и слышите. Я узрею, что меня слышно и видно, очень хорошо. Ой, как много плюсов, отлично. Чуть задержались. Налаживал интернет-соединение немножко. Интернет такая вещь. Он подсадил нас всех. И сегодня мы как раз-таки будем говорить о том, как же через соцсети народ получает к себе в компанию. Ну давайте, да, спасибо большое, плюсики. Плюсиков много. У кого виснет, Анжелика? Вы, я вижу, пишете уже, что не первый раз виснет. Возможно, дело в вашем интернет-соединении. Первое. Второе, технический момент. Возьмите на свой браузер, взгляните, может быть, у вас браузер какой-нибудь не очень хороший. Попробуйте через браузер Google Chrome. Вроде с ним проблем особо не было. Если ничего не помогает, ну, скорее всего, если у всех вот стать человек вроде все норм, то боюсь, что тут у вас что-то, видимо, с интернетом или конкретным компьютером. Может, другой компьютер попробовать взять. В общем, давайте, друзья мои, еще раз, теперь меня точно слышно, я уверен, что не впустую скажу все, что говорю. Значит, всем здравствуйте, сегодня вебинар по соцсетям. Честно говоря, первый раз веду такой вебинар. В смысле, конечно же, не первый раз рассказываю о соцсетях, именно соцсети, прям узкая такая тема. Сегодня рад, что собралось много людей. И, конечно же, по поводу записи вебинара скажу в конце отдельно, как ее получить. Смотрите, значит, очень классная тема соцсети, проводим исключительно, потому что запросов много было. Я как бы рассказывал о вебинарах по продвижению, что вот, дескать, ну, по соцсетям обязательно надо двигаться, и все такие, давай про соцсети, давай про соцсети, вот, собственно говоря, даю про соцсети. Кто меня не знает, меня зовут Пресняков Владимир, я отвечаю за то, что в компании Team Management Group становилось больше клиентов, развиваю ее и делаю так, чтобы было всем хорошо. И, ну, всем хорошо в плане того, что клиентов новых становилось больше, они становились постоянными, и компания наша расширялась, процветала и преуспевала. Компания наша называется наша Team Management Group. Не хочу долго, вот давайте так. Кто первый раз на вебинаре, меня первый раз в жизни видит, вообще даже не меня, а вот у нас у IT-менеджмента на вебинарах не были. Не у меня на вебинарах, а вообще. Напишите циферку 1. А те, кто был, напишите примерное количество вебинаров, которые посетили. Там 5, 10, 100, там, я не знаю. У нас, мне кажется, есть клиенты, кто из 150 посетил. Вот 15 кто-то, 2. Ой, сколько единичек. Здорово. У кого-то 4, 5. Угу. Давайте, цифру, равную количеству вебинаров, пишем в чат. Если это первый ваш вебинар от IT Management, то пишем 1. Так. Николай, 230 вебинаров посетил. У вас записано, да, где-то, Николай? Очень много. Да, отлично, дорогие друзья, рад видеть всех, тех, кто вижу впервые. Ну, соответственно, тех, кого вижу не впервые, не менее рад видеть. Значит, давайте быстренько, вот минуту еще по технической стороне. Смотрите, вот здесь вот я буду вещать вам информацию. Вот здесь вот буду кое-какие картинки вам показывать, слайды. Обязательно для того, чтобы получали максимальную пользу от вебинара, чтобы вы получили информацию, которая вам действительно нужна, участвуйте, пожалуйста, в обсуждениях. Вот тут внизу чат, соответственно, в чат можно писать, можно туда задавать вопросы. Единственная просьба, если у вас вопрос супер-мега-специфический, который требует отдельного разбора, я в конце вебинара сделаю, ну, как бы, ответы на вопросы. Вот здесь внизу есть закладка «Вопросы». Видите, вот где чат, там такие вкладочки. Общий чат и вопросы. Вот в закладку «Вопросы» пишите конкретные вопросы. А в общий чат какие-то комментарии. По поводу записи вебинара скажу, как получить запись в конце, хорошо? И давайте еще раз, последний раз проверим связь, но не просто с плюсиками, а напишите, из какого вы города, заодно посмотрим, все ли в порядке со связью. Если сейчас все нормально напишут города, значит, наверное, все нормально. Липецк, Иркутск, Минск, Самара, все отлично. В Самаре все отлично. Екатеринбург, Брест, Омск, Казань,
Звук, все ок. Набережные Челны, отлично. Йошкар-Ола. Торонто. Сергей, вам привет. В Торонто, однако. Пенза. Уфа. Воронеж, отлично. Куча городов, она вся страна. Друзья, если вдруг где-то тормозит, посмотрите, пожалуйста, ваш интернет. Лишние вкладочки в браузере вырубите, там, мало ли у вас что-то там подъедает, так сказать, интернет. Скайп, может быть, у вас подъедает. И вообще, дорогие друзья, сегодня у нас вебинар все-таки, как бы, можно сказать, образовательного характера, поэтому, если у вас вдруг реально, так скажем, много всего открыто вот здесь, скайпов, они вас отвлекают, то боюсь, что моя информация, которую я вам буду транслировать, она для вас тоже будет где-то там фоном идти. Поэтому большая просьба. Первое. Участвуйте в обсуждениях. Второе. Закройте лишние вкладки в браузере, скорость будет побольше, и плюс отвлекаться не будете. И там на все остальные вещи тоже желательно не отвлекаться. Третье. Пожалуйста, обязательно возьмите себе какой-нибудь там блокнотик, записывайте какие-то идеи, может быть, у вас возникать. Либо в компьютер вбивайте. Что моя задача, чтобы вебинар был полезным. Окей, все. Предварительно все рассказал, давайте ближе к делу. Рад всех, кто нас посещает не первый раз. Те, кто нас посещает вдруг впервые, как я уже говорил, я таких достаточно много. Если вы вдруг еще не знакомы с нашей компанией, пожалуйста, вот у нас есть сайты admintech.ru, это сайт нашей основной компании, основной наш сайт, да, есть сайт РБТВ, это сайт с видеообучением, тоже один из наших проектов. Пожалуйста, вот с этими сайтами знакомьтесь. Увидите, ну, на РБТВ можно очень много бесплатно, в том числе, просматривать разных видео в онлайн-режиме, то есть, ну, в записи, но через интернет. А те, кто уже интересуется нашей компанией конкретно, заходите на admintech.ru, вот я в чат все скинул, знакомьтесь. Вот. По поводу, значит, еще раз, последний технический, вижу, звук пропадает. Друзья мои, пожалуйста, посмотрите, какой у вас браузер. Посмотрите, пожалуйста, какая у вас скорость интернета, закройте лишние вкладки, на крайний случай перезагрузите компьютер, зайдите еще раз на вебинар. Потому что я вижу, что из 130 человек, ну, вроде как несколько человек только жаловались на жесткую связь, видимо, все-таки это ваш уже интернет, потому что я вещаю из Питера, и куда там этот сигнал в космос пошел, непонятно. Окей, давайте начинать по соцсетям. Давайте, значит, первое, скажу сразу стабильную такую информацию, друзья мои. Сейчас, если вы вдруг уже там являетесь специалистом в интернет-продвижении в соцсетях, первая часть там семинара, она для вас вообще не будет полезна, честно могу сказать, потому что я сейчас дам основы вообще работы в соцсетях и рекламы в соцсетях. Потому что я знаю, что точно знаю, что у нас сейчас на вебинаре. Давайте вот так вот напишем. У кого, кто вообще никогда в жизни не пользовался соцсетями с точки зрения именно рекламы и продвижения? То есть, ну, у вас есть, может, там страничка, может, максимум есть группа какая-то вашей компании, но вы никогда не пользовались рекламой. Напишите, пожалуйста, в чат циферку 1. Вот кто вообще никогда рекламой не пользовался? Ни платной там, ни какой-то вот именно рекламы. Да, я вижу, что очень много единичек. Супер, супер. Ну вот, соответственно, я не хочу сейчас приводить, знаете, там статистические данные там какие-то по поводу соцсетей, что это важно или что-то еще. Я лишь хочу несколько главных вот вам идей донести. Вообще основу. Давайте так. Первое. Когда я сталкиваюсь, я сейчас опять же в этот очередной раз скажу, кто-то скажет, да это уже понятно, все, Вова. Я скажу все равно, друзья. Если вы, я когда встречаюсь, так скажем, да, с бизнесменами, с владельцами, особенно компаний, кому-то там, может быть, уже не так там, мало лет, там, за 50, может быть, хотя 50 это я не считаю каким-то супер-мега возрастом, там, я считаю 60 и 70 лет, это вполне адекватное время, в которое можно очень адекватно, современно жить. Вот. И когда мне говорят, что, знаете, я там, меня в соцсетях нету, или там, мы в соцсетях никак не сидим, не ведемся, как бы никак не работаем в соцсетях, то я как бы понимаю, что люди немножко, ну, так сказать, теряют прибыль, ну, по-хорошему. Я не говорю, что они там отстали от жизни или что-то еще. Это, конечно, что это личное дело каждого, ну, так скажем, вести ли свои соцсети или нет. Но, если мы сейчас говорим о том, мы занимаемся тем, что помогаем бизнесменам работать. Наша компания T-Management Group занимается тем, что помогает бизнесменам работать эффективно. Если мы говорим о том, что вы хотите максимальной эффективности для вашего бизнеса, то как бы невозможно плыть против течения. Если из там 100 человек 95 человек зарегистрировано в соцсетях,
Значит, надо подстраиваться под это. Нравится вам это или не нравится? Хотите вы там, не надо обязательно как бы фоткаться в Инстаграм там или в ВКонтакте, выкладывать каждые 5 минут фотки или там сидеть в телефоне целый день, что-то там делать. Нет. Но надо иметь достойные соцсети. Давайте в глобальной точке зрения поймем, как для себя, лично для человека, либо для компании. Итак, кто здесь является, неважно, владельцем бизнеса или менеджером, который работает с клиентами, да хоть вы даже главный бухгалтер, в конце концов, хотя, ну, что-то входит главный бухгалтер. Если вы, например, главный бухгалтер в том числе, и вроде как вы на постоянке не общаетесь с большим количеством покупателей ваших, вашей компании, то все равно соцсети, они нужны для вас в том числе. И если вы представляете какую-то компанию, если вы генеральный директор компании, если вы более-менее известная личность, или вы просто менеджер, который продает кому-то товары, вы должны иметь страницу в соцсетях. Потому что люди в них сидят, люди вас смотрят, люди вас ищут. Не то чтобы специально там и разыскивают. Но если я, Владимир Пресняков, звоню вам по телефону, опять же, и продаю вам какой-то товар, какую-то услугу, рассказываю про то, какой я замечательный, молодец, наша компания прекрасна, но при этом вы находите мою страничку в соцсети, и там, извините меня, там, не знаю, я там панк какой-нибудь, ну, извините, там, не знаю, или там я, не знаю, там, с бокалом, там, не знаю, пива такой пьяный, там, валяюсь где-нибудь, извините меня, под новогодней елкой, вопрос. Когда я звоню какому-то владельцу бизнеса, какое это впечатление производит на этого владельца или даже на менеджера противоположной компании? То есть сейчас настраиваю вас исключительно на основу, потому что вот фразы там типа «соцсети не для нас» или что-то еще, или там «наших клиентов нет в соцсетях», в том числе, это на самом деле, ну, в 99% случаев неверная информация. То есть, так скажем, сказать, что это важно, это, наверное, уже ничего не сказать, поэтому давайте поедем уже более конкретно, да, по инструментам. Значит, во-первых, почему важно иметь страницу в соцсетях? Вот давайте возьмем, к примеру, наш бизнес. Вообще, приведу простой пример на нашем бизнесе, компании Team Management Group. Я думаю, многие из вас знают Ирину Васильевну Нарчимашвили, например, да? Пример такой простой. И если мы возьмем Ирину Васильевну Нарчимашвили, то она достаточно известный человек, ведет массу различных бизнес-мероприятий. Это наш финансовый директор, это автор тренингов наших, в том числе тренинга финансового планирования. Думаю, многие из вас, может быть, тоже на нем присутствовали. И вопрос, если я, допустим, я в том числе занимаюсь организацией семинаров Ирины Васильевны в различных городах. Вот я предлагаю, я, допустим, через партнеров помогаю, ну, так сказать, организовать семинар в каком-то городе. И вопрос, если какой-то потенциальный покупатель слышит, что мы привозим вот такого лектора, Ирину Васильевну Нарчимашвили, что он может сделать с большой вероятностью, если мы ему предложим такое, как бы вот, такое предложение? Мы сделаем, скажем, что вот такой лектор великолепный по управлению финансами, Ирина Васильевна Нарчимашвили, что он сделает в первую очередь? Там, с вероятностью там 80%, если он действительно заинтересован более-менее в каком-то бизнес-обучении. Что он сделает, скажите мне, в чат? Друзья мои, кто пишет закладку «Вопросы», как в чат, пожалуйста, переключитесь внизу. Здесь вот Галина Ишкова, Елена, пишите не в чат, а в вопрос. Точно. Игорь, Ольга и Валентин, правильно все. Он действительно загуглит, полезет в поисковики. Ну, допустим, в соцсети он, может быть, не полезет, но он просто будет искать инфо в интернете. Абсолютно верно. Инфо в интернете он будет, скорее всего, искать по поводу ну, человека просто либо Яндексом, либо Гуглом он пользуется. Ну, вряд ли чем-то еще, ну, в 90% случаев это не так. Они пользуются именно Яндексом и Гуглом. И что мы как бы можем с уверенностью сказать? Даже тупо вот если брать соцсети. Если ты тупо в поисковике наберешь имя человека или название компании, то соцсети обладают безумно высоким поисковым, как бы, ну, так скажем, рейтингом. То есть если, потому что соцсеть ВКонтакте там, и Фейсбуке, они ежедневно, там, еженедельно привлекают, просто ежесекундно привлекают просто тонны людей, массы, там, миллиарды, да, по факту. И, конечно же, рейтинг именно самого адреса Facebook, там, vk.com, они очень популярны. И если мы возьмем эти две самые популярные соцсети на сегодняшний день, то, и, естественно, аккаунты и группы ваши в социальных сетях,
они тоже при запросах появляются в первых топах. Возьмем простой пример. Вот картиночка сделана просто вот в Гугле, забита Ирина Нарчимашвили. И сейчас я просто покажу. Я думаю, что особо там приглядываться не нужно, просто идея. Ирина Нарчимашвили забиваем, и на первой странице Гугла страница Ирины Васильевны ВКонтакте. На первой странице. Ирина Васильевна, представьте себе, что Ирина Васильевна, опять же, не ведет там свою страницу ВКонтакте, как полагается. То есть там нет нормальной фотографии, какой-то адекватной информации о ней, виде деятельности или чему-то еще. Даже без всяких там каких-то нюансов. И вообще просто страница, допустим, не ведется. Или ведется, но еще хуже, ведется просто как, знаете, какая-нибудь домашняя фотка, я извиняюсь, там, в каких-то там трениках. И, соответственно, вот, пожалуйста. Какое впечатление это производит на потенциального покупателя наших услуг? Естественно, не сильно позитивное, да? И глупо говорить о том, что там в соцсети это не важно в данном случае. То же самое произойдет, если мы забьем в Яндексе. Абсолютно то же самое. Вот Google. Ой, вот пример Яндекса. То же самое. Ирина Нарчимашвили, страница ВКонтакте Ирины Нарчимашвили высвечивается на 5-м месте. Собственно говоря, то же самое может произойти с вашей компанией. У кого, давайте так, для кого знакома ситуация, что у вас есть группа в социальной сети, то есть вы создали, у вас есть свой аккаунт в социальной сети, и вы вот для компании создали какую-то страничку ВКонтакте, например. И вы такие, ну там, на позитиве, типа соцсети это круто, создали страничку и по факту там похерили ее, извините меня за выражение, там уже полгода назад, и никто даже туда не добавлял ни одной записи. И ваша группа, она там состоит, там, может быть, вначале какой-то был ажиотаж, там вы набрали там несколько сотен человек, может быть, через друзей, а потом забили огромный болт на это, и она вот так вот сейчас в полуобморочном состоянии живет. Как старый склеп фамильный такой, знаете, заброшенный, весь паутиной пожил. Есть вот такие люди, у кого-то такая проблема есть, напишите четверку в чат. Цифру 4. Да, то есть был какой-то у вас порыв. Вы создали группу, потом такие, да, что-то вроде как бы и некогда, и лень там, или что-то не успеваем мы там, в общем, короче, некогда. Или вы не увидели, вы как бы создали группу для своей компании, не знаю, вот чем бы вы ни занимались, не знаю, вот там продаете вы чехлы для телефонов, ну там, или сами телефоны вдруг. Оптом, или там мебель, или обои вы продаете. Вот вы там услышали какой-нибудь вебинар, или вообще сами догадались уже по логике, что надо делать в соцсети, сделали, все, месяц прошел, забили на это все, потому что что? Правильно, мгновенного денежного эффекта от того, что вы, конечно же, просто так там создали группу в социальной сети, набрали туда 50 там своих же сотрудников и своих же друзей, там 100, и, соответственно, Сергей, больше мяса, повторю, я сейчас основы говорю и буду говорить основы еще как минимум минут 40. Потому что я говорю, есть люди, которые вообще не имеют даже группы в социальной сети. Поэтому я сразу даю основу. Продвинутые более-менее вещи будут позже. Потому что если я сразу начну с продвижения в интернете с точки зрения там, рекламы, сразу за деньги, то мы как бы к вам с вами никуда не приедем. Давайте по очереди. Я все понимаю. Есть люди, которые уже имеют хорошие группы и все такое. Давайте последовательно. Если повторюсь для кого-то, я извиняюсь, но надо соблюдать последовательность. Да. Вот, например, нету группы. Смотрите, есть, ну, сейчас об этом поговорим, но я просто доношу еще раз идею. Ваша личная страница, группа ваша в социальной сети, во-первых, она должна быть по определению, если ее там нет, лучше ее там вообще в принципе нет, конечно, чем она есть в каком-то безобразном состоянии. Особенно, я говорю, безобразные в плане личной страницы, какие-то ну, совершенно непрезентабельные фотографии личной жизни, например, да, и, соответственно, надо понимать, если вы работаете с людьми, если вы, извините меня, вот по-простому, там, не шахтер, который сам работает на себя, там, где-то в скважине, да, там, и вас действительно клиенты не будут там точно никак, чисто теоретически даже пытаться искать и случайно на вас попасть, то вам нужно иметь хорошую социальную страницу в, ну, в популярных сетях. Хотя бы ВКонтакте, хотя бы Facebook. Сегодня будем говорить в основном об этих социальных сетях. Facebook и ВКонтакте. Поэтому просто причешите ее. Если вы не любитель вести большое количество различных страниц своих, там, не знаю, там, добавлять фотки каждый день там, или что-то еще, окей, не надо. Но добавьте там, не знаю, десяток фотографий в альбом,
добавьте хорошие описания себя, какие-то интересы, какие-то, не знаю, там, ну, простейшие книги, там, какие-то видеозаписи адекватные, аудиозаписи адекватные. Если вы, смотрите, если вы очень любите слушать, не знаю, там, какие-нибудь там матные рэпные песни, ну, я все понимаю, делайте это сами где-нибудь для себя. Не афишируйте, что вы там, не знаю, любите там что-нибудь жесткое такое, что, опять же, я не говорю, что там вы должны быть милым и пушистым. Если вы любите рок, ну, слушайте рок. Но если это какая-то дичь, извините меня, с точки зрения там большинства обычного населения, если это реально это матные песни, вы считаете это нормой, но все-таки в большинстве случаев матные песни не считаются нормой и так далее. Вот. Значит, дорогие друзья, значит, те, кто просит больше мяса, буду игнорировать, опять же, потому что я говорю, основу даю. Дальше. Значит, по поводу группы такая же ситуация. Создав группу, пожалуйста, наполняйте ее контентом. То есть полезной информацией. Теперь давайте пойдем дальше. Все понятно? Здесь, я думаю, что вопросов нет. Значит, что касается вообще групп в социальных сетях. Ну, давайте начнем с простого. Давайте начнем с контакта. Вот пример странички нашей в социальной сети. Если вам чуть мелко видно, кстати, тоже можете заходить на наши соцсети. Я вам сейчас скину в чат. Вот, группа ВКонтакте, группа Фейсбук. Пусть она у вас будет. Вот сейчас я вам скину. Вот. Значит, все просто, да, создается страница. ВКонтакте есть два вида. Есть публичная страница, есть группа. В принципе, если вы как бы не рекламируете какого-то конкретного человека или конкретную какую-то, ну, может быть, ну, не знаю, вещь, может быть, одну единственную, то можно создать просто группу. А группа позволяет делать достаточно большое количество различных вещей. Не буду сейчас углубляться в подробности, но настройки, в принципе, ВКонтакте и в Фейсбуке, сейчас про Фейсбук чуть позже будем говорить, давай сейчас про контакт, достаточно простые. У вас есть группа в Фейсбуке, да, естественно. Обязательно нужно понимать, что нужно добавить для начала, опять же, минимум информации адекватной абсолютно, да, то есть нормальную картинку, которая как-то с вами связана, нормальное описание, которое как-то с вами связано, ваш сайт. Добавить там пару десятков хотя бы фотографий и пару там видеозаписей, даже не обязательно от вашей компании, просто каких-то, может быть, видеозаписи, которые как-то связаны, может быть, с вашим видом деятельности, с чем-то еще. Да? То есть, и просто чтобы ваша группа, она в поисковике, если она находится и называется, там, компания у вас называется, не знаю, там, станкосборочный завод номер 8, то пусть у вас будет там группа станкосборочный завод номер 8, и, соответственно, там будет там все более-менее в вашем стиле. Вот. Конечно же, бесплатно, как можно набирать туда людей, исключительно для начала, да, так скажем, это по, так скажем, контактам своим, по своим же клиентам и по своим сотрудникам. Это самый первый, самый простой способ. Если вы создали хорошую более-менее группу в социальной сети, как наполнить ее адекватной аудиторией, я сейчас есть способы там и платного привлечения клиентов, мы об этом будем говорить сейчас. Но если мы говорим про бесплатно, вот вы создали, наполнили, как можно, ну, как бы, наполнить ее бесплатно людьми? Конечно же, это сделать рассылку, допустим, по своим клиентам. Как это сделать? Вы можете смело по своей клиентской базе сделать e-mail письмо или смс-информирование, если у вас есть номера телефонов, и разослать по всем, что у вас появилась социальная сеть. В социальной сети такая-то группа, или там в какой-то другой сети тоже такая-то группа. То есть элементарно делаем информацию по тому, что у вас есть такая группа. Если я ваш клиент, если я вас знаю, я с удовольствием присоединюсь к вам, но придумайте какой-нибудь обязательно повод для ваших, ну, как бы, ваших существующих клиентов, почему они должны в нее вступить. Например, там, не знаю, друзья, мы создали группу в социальной сети от нашей компании, присоединяйтесь, будьте всегда в курсе наших последних событий, и плюс там, не знаю, в группе ВКонтакте мы постоянно разыгрываем, например, какие-нибудь призы, о которых вы сможете узнать только оттуда. Или там какие-нибудь специальные акции у нас афишируются исключительно через социальную сеть. Да? То есть какой-то небольшой повод сделать можно. А настройки все, как бы, там, каких-то описаний, тем и так далее, очень все просто настраивается и ВКонтакте, и Фейсбук, сейчас пока про контакт говорим, но вы увидите в настройках, что там просто все интуитивно. Я даже не буду сейчас
сильно. Дальше. Собственно говоря, едем. Сейчас я отвечу на вопрос, тут парочка накопилась. Давайте так. Лучше создавать группу или регистрировать как физлицо, но с названием компании. Как проще наработать аудиторию? Ну, смотрите, во-первых, я вам рекомендую создать группу отдельно. И, естественно, ваши уже конкретные странички. Потому что если у вас как бы страничка ВКонтакте называется компания такая-то, просто страничка, то это обычно не сильно круто. Лучше иметь хорошую, нормальную группу и отдельных людей, которые туда людей приглашают. Так, Константин опять хочет больше мяса, я уже про это говорил. Анжелика, для аудитории 30 лет доходом выше среднего, где лучше создавать группы? Об этом поговорим, но везде надо создавать, неважно. Денис просит меня не шататься, ну хорошо, не буду. Халяву любят все. Ну, все да не все, но да, что-то бесплатное. И Денис спрашивает, вы на новичков ориентируетесь, потому что понимающим здесь нечем предложить. Нет, почему? Есть чего, я еще раз повторю, друзья. Давайте для тех, кто продвинутый пользователь социальных сетей и знает рекламу. Я первый пол вебинара буду рассказывать основу основ. Если вы уже делали рекламу, у вас есть группы ВКонтакте, можете, не знаю, хоть уходить с вебинара на первую половину, но я вам ничего нового не расскажу. Я об этом еще раз заявляю официально. Потому что надо мне, я видел, так сказать, не то чтобы видел, я знаю, что здесь есть десятки людей, у которых нет ничего в этом плане. Поэтому давайте будем ориентироваться на большинство и на то, чтобы всем были довольны. А те, кто хочет послушать что-то, ну, продвинутые, подождите, пройдем попозже к этому, хорошо? Потому что прежде чем лезть на 9-й этаж, надо сначала на 1-й подняться, хотя бы на 2-й, да? Вот. Значит, теперь что касается вообще наполняемости групп любых. Ну, я думаю, что многие тоже знают, что у нас с вами для того, чтобы социальная сеть, конечно же, жила, ваша группа, да, там, так скажем, она существовала, туда нужно, ну, какую-то информацию постоянно добавлять. Какую информацию вообще добавлять? Естественно, все зависит от тематики. Но, как обычно, что любят наши люди в соцсетях, это что-то красивое, что-то желательно полезное. И, соответственно, да, где интересный контент, как пишет Екатерина, там активность. То есть понятно, что активность еще там, где людей больше, но людей мы еще нагнать успели. Но сейчас мы говорим конкретно о том, что чем наполнять. Наполняйте полезными вещами, какими-то красивыми, полезными картинками от, собственно говоря, вашей тематики. Если вы занимаетесь, не знаю, спортивными товарами, чем-то связанным со спортом, то тут вообще у вас полный арсенал вообще всевозможных вещей. У вас есть, не знаю, там, мотивирующие картинки, не знаю, там, спортсменов, их миллионы в интернете можно найти, которые там, не знаю, там какой-нибудь там суперхоккеист, там какой-нибудь модный футболист, бегун, там олимпиец какой-нибудь, неважно, да. Соответственно, обязательно это можно делать. Там, не знаю, занимаетесь вы строительством, размещайте туда картинки периодически, как связанные со стройками, не знаю, там. Обычно я рекомендую для начала, давайте так, там есть несколько успешных действий, которые универсальны для всех. Есть надо делать, грубо говоря, там, чередовать пост какой-нибудь просто красивый, мотивирующий с каким-то полезным постом. То есть не надо наполнять группу только рекламой ваших продуктов. Это самое главное. Вот. А, конечно же, то есть периодически им нужно обязательно делать рекламу своего продукта. Например, там у вас есть какой-то товар или услуга, и можно там раз какое-то количество дней, или можно даже чисто теоретически раз в день как-то продвигать свои услуги. Например, сообщать, опять же, о каких-то новинках, о товарах, но желательно делать это ненавязчиво. Или продвигать что-то полезное или бесплатное, например. Там у нас дегустация там, или что-то еще. А остальные могут быть конкретно просто полезными для людей. Просто чтобы они там в ленте новостей своей увидели какую-то красивую картинку, лишний раз лайк поставили, себе перепостили, или опять же, да, это будет какая-то полезная статья. Говорю, занимаетесь вы там строительством или какой-нибудь резкой там металла, то есть какие-то советы, какие-то полезные вещи по строительству. Конечно, чем уникальнее контент, то есть это, ну, материалы, да, какие-то, видео, статьи, все что угодно, наполнение, да, чем уникальнее, то есть если это не просто откуда-то взятое из интернета, самое первое попавшееся, то, конечно же, это будет актуальнее работать.
ну, так скажем, да, то есть если вы, допустим, взяли какую-нибудь картинку из интернета стандартную, где там написано, не знаю, там никогда не сдавайся, образно говоря, да, то таких картинок очень много в интернете сейчас ходит, и, конечно же, лучше ей лишний раз наполнить, чем вообще там запустить группу на безысходность, так скажем, оставить ее, но если, соответственно, вы об этом, ну, как бы просто заявляете с точки зрения, ну, как бы, просто постите эти картинки, никакими уникальными они не являются, то есть никаких уникальных текстов, никаких уникальных статей, никаких уникальных вещей нету, то, конечно же, аудитория на это реагирует хуже. Если человек эту картинку 10 раз видел, то, естественно, он хуже реагирует. Вот. Это что касается группы. Ну, соответственно, это касается, в смысле, не группы, а касательно того, что постит. Да? Соответственно, что касается рекламы, да, для того, чтобы наполнять группу, либо вообще, в принципе, использовать социальные сети как рекламу своих продуктов. Значит, поехали дальше. Сейчас на вопросик отвечу. Время постинга зависит от социальной сети, аудитории и целей постинга. Да, все верно. Конечно, еще очень важно, когда мы делаем время размещения, естественно, тоже важно. Если мы возьмем там вашу целевую аудиторию и, не знаю, если это владельцы бизнеса, не знаю, к примеру, либо это школьники, да, конечно же, время их пребывания в социальных сетях, оно отличается. Естественно, вообще, в принципе, любая активность в социальных сетях, она все равно вырастает после, не знаю, там, рабочего времени, да, например. Или желательно какие-то мотивирующие вещи размещать утром, например. Да даже красивую картинку с добрым утром можно размещать, естественно, только утром, а не надо размещать ее там вечером, ну, совсем просто и так далее. Вот. Значит, поэтому с точки зрения контента основа примерно такая. Сейчас поедем дальше, посмотрим поглубже немножко, да, на это. Значит, естественно, в разумных пределах по количеству размещаемых картинок в социальной сети у себя на странице или в группе, да, то, конечно же, здесь, ну, нет такой универсальной прям супер-мега рекомендации для всех. Но даже, я опять же говорю, если у вас вообще ничего нет, если у вас нету вообще группы, и вы этим не занимаетесь, или вы просто его забросили, то хотя бы там ежедневное обновление какое-то должно быть. Но по-хорошему, если у вас уже есть аудитория в группе, там она уже как-то тусует, то есть что такое аудитория в группе? То есть вот у вас есть 5000 человек, там, не знаю, там 1000 человек, и любые ваши посты, которые вы делаете в группе, они у людей в новостях проскальзывают. Ну, люди их могут видеть. Ну, любой, заходим в новости и там прокручиваем. Соответственно, там эта картинка появляется. Естественно, чем, ну, в разумных пределах чаще люди там будут видеть что-то хорошее от вас, тем больше они будут этим интересоваться, если им это, да, им в тему. Тем больше они будут ставить лайков, делать репостов, и, соответственно, их друзья будут видеть, да, эту информацию. То есть делать на себе, на страницу, прикреплять основу, ну, вашу картинку. Но, опять же, если вы только начинаете, а я говорю про, в первую очередь, для тех, кто только-только начинает, хотя бы просто, чтобы у вас группа жила, там, 1-2 раза в день туда что-нибудь размещаете. В идеале, конечно, размещать утренний пост, там, через каких-то пару часов еще следующее что-то полезное, да, смотреть на то, на какое время реагирует лучше ваша аудитория, смотреть, там, не знаю, вот разместил сегодня картинку такую, собрал там 5 лайков, завтра разместил другую, собрал 10. Почему? Да? Соответственно, делаем таким образом, чтобы, ну, как бы, анализ происходил. Но сейчас я говорю, так как мы говорим вообще об основе, хотя бы раз в день. Чтобы, я говорю еще раз, если ваши люди, потенциальные клиенты, там как-то к вам попали в группу, чтобы они хотя бы там не страшились, не пугались, и у вас у них не было понимания, что здесь вообще никто ничего не делает. И впечатление о вашей компании стало чуть меньше. Понятно, что это не самое главное в продаже, не знаю, вашего там станкового оборудования или вашего мебели. Но это все равно имидж компании, и это лишний раз влияет на вас. Значит, едем дальше. Давайте по основам дальше поедем. Еще много основ и много не основ. По рекламе. Значит, давайте так, про бесплатное. Еще раз, чуть-чуть вернемся позже, но про бесплатные основные вещи проговорили. Теперь по платным. Вообще, где размещается, в принципе, платная реклама ВКонтакте? Чаще всего, давайте так, чисто через контакт. Ну, давайте откроем картинку, например, вот слайд
Просто это вот картинка, лента новостей. Все видят красную стрелочку на экране, да? Все нормально? Видят все картинку, видят все красную стрелочку, да? Плюсик поставьте, чтобы я понимал, что красная стрелочка у всех появилась. Отлично. Соответственно, есть несколько, вот это обычно, сейчас вот контакт чуть обновился, поэтому это вот такой новый вид. Возможно, у кого-то до сих пор старый стоит, то есть там контакт сейчас обновляется, делается более таким. Ну, мне меньше нравится, честно говоря, ну окей. Чаще всего мы рекламу видим, вот ваша лента новостей, то есть кликните на ВКонтакте на новости, у вас примерно такой появится. Здесь публикуются посты тех групп, которые вы подписаны, и, соответственно, посты тех людей, которыми вы в друзьях или на которых вы подписаны. Соответственно, реклама чаще всего появляется слева, вот здесь вот появляются вот такие вот картиночки с текстом. Видите, сейчас я на них мышечкой показываю. Либо рекламные объявления показываются прямо в ленте новостей, как вот здесь вот у нас идет просто как пост. Только там есть маленькая надпись «Реклама». Соответственно. Например, вот такого типа. Сейчас перевезу. Вот идет обычная лента новостей. Вот я подписан на одну новость, прокрутил, вторая. А вот здесь по центру есть прям меленько написано «Рекламная запись». И там, соответственно, кто-то что-то продает. В данном случае там продают нам управление какой-то клиникой, какая-то клиника здоровья нам что-то там предлагает. Это рекламная запись, которая в ленте новостей у нас, собственно говоря, проскальзывает. Значит, как эту рекламу туда помещать, соответственно, да? Сейчас мы об этом поговорим. Какой еще есть вариант размещения рекламы? Вот, например, есть такая вещь, как группа какая-нибудь. И как вы можете использовать, да, рекламу ВКонтакте для того, чтобы привлечь к себе людей? Опять же, несколько вариантов куда. Либо к вам на сайт напрямую, либо вашу группу, которую вы создали там, собственно говоря, в этой же социальной сети. Да можно и в другой, любой другой. Но, конечно, проще из одной социальной сети в эту же сеть и пихать. Вот, например, есть какая-нибудь группа, например, Business Strategy. И вот это группа, которая обладает большим количеством подписчиков. И когда у вас есть группа, не у вас точнее, а просто существует группа с большим количеством подписчиков, например, там свыше нескольких десятков тысяч, а у каких-то группах по 10 миллионов, да, есть, то можно размещать рекламу в этих группах. Например, вот есть группа Business Strategy, и вот пример. В ленте этой группы, в которой состоит достаточно большое количество людей, вот, там есть, соответственно, вот, пролистывая вниз, и сейчас на экране у вас эта картинка, рекламный пост. Или, к примеру, вот такой вариант. Вот есть группа, я думаю, многие из вас в ней состоят. Это «Киноимперия». И, соответственно, в «Киноимперии» у них... «Киномания», прошу прощения, не туда... Другая группа «Киноимперия» тоже есть очень популярна. В ней 8,5 миллионов подписчиков. Соответственно, и самый первый пост, видите, здесь так я просто заскринил, это реклама какого-то, не знаю, мне кажется, это какие-то вставки. Ну, соответственно, кто-то, вот, кто занимается ставками, я ничего хорошего, плохого не буду проговорить про ставки, тут просто как пример. Здесь у нас есть замечательный пост рекламы. Вот он здесь, вот видите, прямо в ленте их группы и размещен. Далее там идут обычные посты, которые они размещают, там фильмы или что-то еще. Естественно, сами понимаете, если в группе 8,5 миллионов человек, если там размещается рекламный пост, то есть у 8,5 миллионов человек в ленте новостей будет рекламный пост, который, ну как бы, он не написано, что рекламный, но группа разместила его на правах рекламы. Да? Как это работает? Например, вы компания, занимаетесь, вот, не знаю, там, производством мебели в городе Ижевске. И вы можете поискать группы по Ижевску, например, которые обладают большим количеством подписчиков. В каждой группе есть некий администратор. Он всегда в правом нижнем углу размещен. Вот если мы откроем нашу, опять же, группу вот IT-менеджмент. Вот справа внизу, вот здесь вот, есть контакт. Там, например, есть мои контакты.
Там я как администратор, например, состою. И, соответственно, мне можно написать сообщение и узнать вообще, размещаем ли мы рекламу на платной основе. Сообщества, в которых много десятков тысяч людей, обычно это делают. Естественно, у них, может быть, есть какие-то форматы, какие-то моменты, но это все достаточно, ну, как бы, обсуждаемо. Соответственно, написав этому человеку, там бывает даже часто в этом правом нижнем углу написано, там, ответственность за рекламу, обращаться ко мне. Соответственно, вы им пишете, что, дружище, хотим у тебя рекламу разместить, он говорит, без проблем, там пост, например, стоит 1000 рублей. То разные цены есть, там кто-то раньше там и за 200 рублей размещал, у кого-то пост 3000 рублей стоит, да? В зависимости от целевой аудитории и, так сказать, уровня цен по региону. Соответственно, мы пишем этому человеку, что хотим разместить пост, переводим там ему денег разными способами оплаты, которые предлагают обычно эти люди. И, соответственно, нам в нужное время, собственно говоря, размещают нашу рекламу в этой группе. Естественно, по моему опыту, давайте сейчас, я вижу, тут вопросы появляться начали. Я отвечу сейчас на них. Но закончу мысль, что, естественно, надо понимать, что реклама в таких группах, она, ну, так скажем, эффективностью зависит от целевой аудитории и, конечно же, эффективностью зависит от вашего продукта. Очень часто хорошо работает в таких вот социальных сетях продажа какого-то, ну, понятного, логичного продукта с какими-то особыми условиями. Например, это может быть, я не знаю, там, вот, очень часто, я думаю, наблюдали там наушники, там, не знаю, телефоны, какие-то вещи простые, какие-то уникальные товары, типа там будильников каких-нибудь там, часов, вот такие вещи очень легко продаются таким образом. Опять же, путем большого количества прогона людей через это объявление. Потому что если у вас сложная услуга, в которую нужно врубаться, и она там где-то в ленте пролисталась, ну, эффект меньше. Поэтому здесь надо смотреть вообще на вашу целевую. Но при этом, конечно, если вы размещаетесь в группе, не знаю, там, вот, допустим, в группе «Киномания», да, там людей, не знаю, 8 миллионов. Но этих людей, там, не знаю, из них 8 миллионов может быть школьников, понимаете? Окей. Если ваши товары наушники, то значит это ваша целевая аудитория. Если вы продаете бизнес-семинары, то мне в «Киномании» делать нечего. Да, я получу большое количество просмотров, это как бы, ну, не очень хорошо. Да. Отдельный вопрос, дорогие друзья, по поводу вот официальной рекламы. Сейчас мы об этом поговорим. Значит, по поводу еще рекламы вот с помощью постов. Значит, как еще можно рекламироваться? Ну, я сейчас говорю, в принципе, рекламироваться. Либо рекламировать свой сайт, либо рекламировать группу свою ВКонтакте. Можно это делать не только за деньги, вот, например, обратиться и за денежки прорекламировать либо ваш сайт, либо вашу группу, тем самым группу наполнив подписчиками, соответственно, потом с идеей, что они будут видеть ваши новости и потом переходить к вам, например, за услугами. Можно еще находить группы партнеров, которыми можно обмениваться постами. Например, вы находитесь в городе, там, давайте возьмем за пример Ижевск, и у вас группа, там, вы там каким-то образом сами своими силами набрали там 1000 человек, например. И у вас есть группа, не знаю, вашего друга, к примеру. Или просто вы нашли какую-то случайную группу, в которой примерно столько же подписчиков. И эта группа не сильно отличается по тематике от вашей. Например, вы торгуете, не знаю, там, мебелью, а он торгует, например, ремонтом, к примеру. Или вы торгуете обувью, а он торгует одеждой, например. В принципе, ну, если вы то и то не продаете, друг друга не конкурируете, то вы можете договориться, например, о взаимном пиаре. То есть он размещает вашу информацию у себя, что вот есть группа такая-то, а вы размещаете его информацию наоборот. Да, он у себя, вы у себя. И, соответственно, ну, его 1000 человек видят ваше объявление, переходит к вам, становится больше у вас подписчиков. Его 1000 человек видят у вас. Соответственно, надо, ну, естественно, если вы там группа в 1000 человек и подберете там, к владельцу группы в 100 тысяч человек и скажете, давай взаимно репоститься, то, конечно, у вас, ну, скорее всего, вы не получите результата, потому что они понимают, что им от этого пользы никакой. Они крупные, им нужно что-то подобное. То есть 100 тысяч у вас бы было, тогда бы можно было поговорить. Едем дальше. Значит, давайте по вопросам. Едем дальше, не будем, вопросы накопились, чтобы никто не сидел с вопросом. Так.
Давайте по очереди. Если мебель по индивидуальным заказам, как лучше делать? Ну, смотрите, если мебель по индивидуальным заказам, ну, как лучше делать? Надо экспериментировать, как бы делать рекламные объявления, там, мебель по индивидуальным заказам и размещать их там в каких-то тематических группах, связанных с интерьером, например. Если у вас есть хорошая по городу группа, которая там состоит из, там, не знаю, там 100 тысяч человек, и они связаны с интерьером дома, то почему бы вам там не разместить объявление, что у вас крутая мебель по индивидуальным заказам с красивой картинкой? Ну, тема нормальная. Значит, сейчас к людям размещение рекламы не обращается. Сейчас, да, к людям за размещение рекламы не обращается. Есть биржа рекламы за случай с мошенниками. Да, конечно, и такое тоже бывает. Я ничего не могу сказать, что это лучший способ. Есть действительно через контакт реклама уже официальная. Сейчас об этом будем говорить. Значит, есть список аудитории, то есть самых популярных. Ну, смотрите, есть список аудитории самых популярных, вообще как бы их очень много. Тут зависит от того, чем вы занимаетесь. То есть конкретных, ну, сложно очень сказать, ну, как бы универсальный какой-то список подобрать. Всегда по интересам смотрится, и всегда, конечно же, я говорил об этом на предыдущем вебинаре по поводу подбора целевой аудитории, что, конечно, надо понимать вообще портрет вашего клиента. Я рекомендую вообще как бы составить идеальную картину вашего клиента, которую вы хотите видеть. Вот вы владелец бизнеса, или у вас есть владелец бизнеса, вы с руководителем можете сесть, можете устроить мозговой штурм, вообще кого вы хотите видеть, для кого ваш товар идеально подходит. Вот, например, мы так делали. У нас тоже наши услуги подходят не каждому. У нас 90% наших услуг, они именно связаны с непосредственно работы с владельцами бизнеса. Анжелика спрашивает, будут ли посты работать. Ну, надо смотреть, экспериментировать, чуть-чуть денежек в продвижение вкладывать и смотреть. По поводу записи вебинара скажу в конце. Будет ли информация по выбору целевой аудитории, как их найти, будет ли информация сегодня. Чуть-чуть об этом поговорим, сейчас вот будем переходить к платной рекламе. Если у кого-то что-то зависает, друзья, я понимаю, что интернет такое дело. Перезагрузитесь, перезайдите на вебинар. Возможно, у вас там что-то с интернетом все-таки. Потому что я вижу, что в основном все нормально. Татьяна, дистрибьюторам необходима страница в соцсетях? Ну, тут смотрите, Татьяна, дистрибьютор, вы, смотря какой, тут надо смотреть. Возможно, у вас есть карт-бланш достаточно серьезный по региону. Там, конечно, надо. Если вашу компанию знает какой-то маркой, да? Важный момент. Надо посмотреть. То есть у нас были примеры, когда дистрибьюторы, конечно, делали себе страницы в соцсетях по-любому. Значит, какие еще есть вопросы? Что можно сделать с зависанием? Так, дорогие друзья, давайте так. Вот сейчас вот сбросимся, отвлечемся на секундочку. У кого хорошо все звучит, все нормально, меня слышно, вы смотрите вебинар, нажмите, пожалуйста, циферку 2. Я пойму, что все в порядке. Так, я вижу двоек, просто миллион. Хорошо. Это не значит, что те, у кого нехорошо звучит, делают что-то не так. Давайте посмотрим на то, как можно это исправить. Исправить это можно следующим способом. Первый. Попробуйте посмотреть вообще, как у вас с интернетом в принципе. Потому что если у вас 2 гигабайта интернета на весь там офис, и вы сидите, смотрите вебинар, и еще 10 компьютеров подключено, то возможно в этом дело. Возможно нет. Первое. Попробуйте посмотреть вообще по скорости интернета, по Wi-Fi и так далее, что у вас происходит. Второе. Посмотрите, какой у вас браузер. Возможно, вы сидите с какого-то браузера, который не очень. Посмотрите, зайдите с Google Chrome, попробуйте. Если он тормозит, попробуйте с другого, да, перезайдите на вебинар. Попробуйте с этого же браузера просто перезагрузить браузер, закройте его и зайдите заново. Попробуйте еще вариант. Просто перезагрузите комп. Может быть, у него там куча каких-то процессов. Может, вы его не перезагружали лет 5, образно говоря, да? И он у вас подтормаживал. Еще есть варианты какие, как увеличить скорость. Посмотрите обязательно на то, каким образом у вас вообще, в принципе, с точки зрения сейчас открытых вкладок в браузере, там, скайпов и так далее. Может, у вас сам комп у вас забирает кучу скорости. Окей? Поэтому давайте вот так. И вернемся к вебинару. Технически тоже, мне, конечно, хочется, чтобы все слышали, никого ничего не зависало. Попробуйте.
Если совсем все плохо, но попробуйте с другого компа, в принципе, зайти. Ссылка для вебинара, она одинаковая везде. Окей. Давайте по вопросикам. Еще. Закон о рекламе распространяется на соцсети. Да, конечно, распространяется, еще как. И, в принципе, любой, чтобы вас разместили там рекламу, если это только не ваша страница, но при этом, чтобы вас никто не забанил, вас там модерация будет проходить, вас не пустят с каким-нибудь там диким постом. Как лучше подобрать рекламу для поста? Опросы делать. Об этом я говорил в другом вебинаре, отдельная длинная тема, вообще как бы опрашивать свою целевую аудиторию на тему, что им интересно и так далее. Это честно долгий разговор, по опросам можно будет по другому вебинару пройти. Или на самом деле, если вдруг вам интересно вообще по опросам, зайдите на наш сайт РБТВ, поищите там что-нибудь хорошее. Там точно есть что-нибудь. Я попиарю немножко наш сайт, там просто много бесплатного и прекрасного контента. Посмотрите что-нибудь по опросам и так далее, там есть поисковики наберете. Это те, кто не в курсе нашего сайта. Окей, смотрите, по поводу вот этих постов в группах, понятно, едем дальше. Давайте. Да, спасибо, сайт супер. Так, на самом деле, сайт отличный. Теперь по поводу самой нашей главной рекламы. Это реклама, которая вот здесь вот висит сбоку. Вот она, слева. Вот эти вот объявления, которые все видели хоть раз. И вы еще часто думали, почему его показывают именно мне и так далее, и так далее, и так далее. Вот. По поводу интернета, вебинара по опросам, учту, понял. Значит, теперь по поводу рекламы, которая настраивается непосредственно через контакт. И по той же самой схеме настраивается реклама через Facebook. Давайте поедем к этому, опять же, к основам, в том числе эта реклама. Поехали, значит. Вот эти слева картиночки с текстом, они настраиваются через рекламный кабинет. Вот здесь вот у вас есть кнопочка такая вот реклама. Если вдруг вы ее там не нашли в социальной сети ВКонтакте, то рекомендую сделать следующее. Спуститесь в самый низ сайта, ну нажмите, например, на настройки своей страницы и спуститесь в самый низ сайта, и там будет несколько таких самых ключевых строчек, которые прям, называется это подвалом сайта еще, да, подвалом сайта, и там будет о сайте, помощь, правила, реклама разработчикам и вакансии. Очень такая простая штука. И, соответственно, там будет реклама. Значит, нажав на нее, что мы с вами здесь получаем? Значит, смотрим дальше. Вы открываете свой кабинет, так сказать, рекламы, в котором есть такая вещь, как таргетинг. Вот я нажал на рекламу, и мне открылась вот такая вот страничка. Здесь вот слева наверху есть такая штучка, как таргетинг. Таргетинг – это реклама в социальных сетях посредством показа вот этих картиночек объявлений тем людям, которым вам нужно. Почему таргетинг – это от слова target – цель, да? Соответственно, от английского target – значит цель, поэтому рекламу мы показываем как бы целенаправленно, то есть целевым людям, прицельно, так скажем, да? Соответственно, нажав на нее, мы получаем картиночку, страничку, где написано, что мы будем рекламировать. И вот, как я и говорил, есть вариантов несколько. Первый. Рекламировать сообщество, то есть вот ту самую группу, которую, соответственно, вы создали, или которая у вас уже есть. Соответственно, объявление, которое будет показываться, будет вести на страничку вашу в этой же самой социальной сети, то есть ВКонтакте. Дальше. Запись в сообществе. Это вот один из вариантов, я вам показывал. Это вот была рекламная запись, которая идет в сообществе, но уже не путем, как модератор это сделал, то есть вы не договариваетесь лично с человеком, а делаете это официально через контакт. Но суть такая же тоже. На странице какого-то сообщества публикуется реклама. Не во всех сообществах можно делать рекламу таким образом, потому что люди это не как бы приветствуют, создатели. То есть это работает только лишь в случае того, что сам владелец этой группы согласился, что контакт будет размещать там рекламу через себя, так скажем. А он через, как бы, а владелец этой страницы будет получать за это
как бы денежку небольшую. Ну, типа, у тебя популярная группа, вот мы ее используем для рекламы, ты получишь денег без твоего особого участия. То есть это не то, что вы сами пишете владельцу группы, размести мой пост, размещаете и так далее. Нет, здесь именно через контакт. Я думаю, все понятно. Дальше. Приложение ВКонтакте. Вы, возможно, знаете, что ВКонтакте существует такая вещь, как приложение. Это различные типа а-ля мини-программы, которые работают непосредственно внутри контакта. Или игры, например, тоже эта часть является приложением. Вот. Соответственно, мы это делаем, если необходимость есть. Но сейчас давайте это проедем, потому что в 90% случаев это происходит. Ну, как в 90% случаев нам это точно сейчас не нужно. И последнее – это внешний сайт. Давайте, друзья мои, если кто-то не нашел значок «реклама» слева, у вас его нету, да, то я вам очень рекомендую, то есть вы можете в самый низ вообще всего сайта промотаться. Вот я прямо сейчас добавлю этот скриншот прямо сюда вот сейчас. Как промотать вообще, в принципе, в подвал сайта вообще весь вообще контакт, если у вас новости открыты, он так и будет мотаться до смерти. Ну, так скажем, да, пока не закончится. Нет, вам нужно в данном случае открыть любой какой-нибудь настройки, например, вашей страницы, и вниз найти самый подвал сайт, там будет такой значочек рекламы. Сейчас я его подгружу, секундочку вам покажу. Так, секундочку. Вообще, все, кто нашел рекламу такую внизу? Кто-то сейчас это делает прямо? Внизу в подвале нашли значочек рекламы? Все, отлично. Вот. Но на самом деле, как только вы первый раз запустите рекламу, у вас сразу сбоку появится, точнее, вот как я вот здесь вот нарисовал, вот здесь вот у вас будет значок. Я уже закинул 500 рублей. Денис, подождите. Ну ладно, почему бы и нет. 500 рублей – небольшая сумма. Вот. И последнее, как я уже говорил, внешний сайт. То есть, если у вас есть сайт вашей компании, конечно, друзья мои, если у вас ужасный, чудовищный сайт, который вообще просто ужас, 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 сегодня об этом говорить не будем, но понятно, что если вы через соцсети даже сделаете хорошую рекламу, и туда людей будете направлять, то дальше тяжко, потому что как бы создать поток-то создадим, а дальше-то еще с этим делать, да? Это как бы, ну, отдельный вопрос. Окей, соответственно, выбираете 4 варианта, что будем рекламировать. Сообщество, то есть группу вашу ВКонтакте, запись, будем делать такую вот рекламную где-то в какой-то группе, или внешний сайт рекламировать. И давайте разберем пример внешнего сайта, это проще. Ну окей, давайте сообщество, без проблем. Единственный нюанс, что сообщество рекламировать дешевле получается, потому что контакт, грубо говоря, денег берет за то, чтобы перенаправлять людей на чужой сайт, на левый сайт, то есть не на свой, больше, чем просто если сообщество. Но с другой стороны, сообщество есть сообщество, у него стандартный вид, стандартное описание, а уж ваш замечательный сайт, он выглядит так, как вам нужно. Едем дальше. Соответственно, кликнув на выбрав внешний сайт, он, естественно, вам предлагает ввести адрес сайта, естественно. Он предлагает вам, соответственно, внести данные вот по домену, на который у вас сайт зарегистрирован, если мы берем внешний сайт. Если, соответственно, вы выберете сообщество, то он просит вас ссылку скинуть на это сообщество, ну, которое вы сами и создали. Тут все элементарно и просто. Далее. Вот, собственно, чтобы создать вот эту красивую маленькую картиночку слева, которая, да, у нас вот здесь вот сбоку рекламируется, вот как вот на этой картинке, да, чтобы вот эту картинку подобрать слева, сейчас всем видно, наверное, да, стрелочка красная показывает, то, соответственно, вот здесь вот она и выбирается в настройках рекламы. Соответственно, вам нужно нажимаете «Выбрать фотографию», он вам предлагает выбрать, здесь есть определенные параметры, там не больше такого-то веса, размер такой-то, вы подбираете картинку, и, соответственно, вот она, здесь сразу пример вашего объявления. Вот здесь я, видите, написал текст, который будет демонстрироваться, то есть, там, не знаю, самое крутое объявление, прекрасная реклама семинара Ирины Мерчимашвили. Вот вы видите. Да? Далее выбираем категорию. Чуть пониже уже идет индивидуальные настройки. Как я и говорил, нет, мигающий флеш туда вставлять нельзя.
там картинка, параметры вам жесткие предложат. Сразу поймете, что можно, что нет. И не даст загрузить то, что нельзя. Контакт тоже следит так немножко за своим имиджем. Естественно, друзья мои, если вы вставляете туда и пишете какие-то тексты, их всегда будут модераторы проверять. То есть администраторы будут смотреть, чтобы там не было ничего запрещенного. Что бывает запрещенное? Понятно, всякие там цензурные темы, мат, реклама алкоголя, там жесткая, наркотика, всего прочего, конечно, это нет. Но даже обычные объявления бывает не проходят модерацию. Например, вы не можете написать в объявлении, что у вас самая лучшая обувь в мире. Потому что модератор вам ответит, что, ну, как бы, не доказано, что она самая лучшая в мире. Или, например, там, самый крутой там, или там, не знаю, номер один даже иногда запрещают. Но тут модераторы тоже люди, бывают моменты. Но, например, вот это нельзя делать. Или, например, вы знаете, кто ваш главный конкурент, и на объявлении хотите написать, не знаю, там, мой товар лучше, чем у Васи Иванова. Так тоже нельзя делать. Он тоже у вас, как бы, есть законы о рекламе, вот уже упоминали об этом, можете их почитать. И там есть основные такие моменты, там, да, что можно, что нельзя. Что, так сказать, какие правила игры позволяют принимать, ну, как бы, да, вещи, какие нет. Далее. Самое главное далее, друзья мои, это настройка уже, как мы говорили, таргетинга, то есть цель, да, задать рекламу, чтобы эта реклама показывалась тем людям, которые нам нужны. Вот что самое главное. И, соответственно, здесь у нас выбор идет, как на картинке, по городам. Вообще, изначально, конечно, выбирается тематика. То есть это бизнес, например, это авто или это что-то еще. Далее. Город. Естественно, если вы продаете мебель непосредственно в городе Ижевск, не надо вам рекламироваться на всю страну. Вас человек будет кликать вас, не знаю, из Владивостока, и что он у вас будет? Заказывать мебель из Владивостока? Если вы делаете доставку по всей стране, да. Но если вы не делаете этого, это не ваша целевая аудитория, город Владивосток, то выбирайте те города, которые вам нужны. Можно выбирать за исключением городов. Например, вы не работаете в Москве, а в остальных городах работаете. Вдруг. Пожалуйста, нажали исключить Москву, все остальное будет работать. Естественно, чем уже настройки, тем меньше людей. То есть, вы, если выбрать просто Россию, он вам предложит там разместиться на 120, он предложит показать ваше объявление 127 миллионам 347 тысячам человек. Но выбрав Москву, естественно, все это становится там меньше до 15 миллионов. Или наоборот. Вот. Далее. Что можно настроить? Да настроить можно на самом деле абсолютно все. Абсолютно все интересы. Возраст. Если вы продаете товары для мужчин, которым за 40, не надо показывать рекламу ВКонтакте детям, которым 15, там, 10 лет. Правильно? Если они будут кликать на ваше объявление, смысла в этом никакого нет. Если они присоединятся к вашему сообществу, смысла в этом никакого нет. Поэтому ВКонтакте же мы все зачастую указываем о себе данные. Ну, в основном. Да? Если не указываем, то указываем какие-то другие данные. Либо просто по интересам каким-то, да, мы, так скажем, живем, да, так скажем. Поэтому это тоже важный момент. Соответственно, выбирается абсолютно все. Возраст, да, вам нужно, например, от 30 до 40. Далее. Там женщина, мужчина, само собой. Образование. Можно, например, выбрать даже такую опцию, вот, например, видите, что день рождения в течение недели. Если вы, допустим, организуете праздники, ну, к примеру, я не знаю, или у вас там какая-то штучка, которая связана со днями рождения, то, конечно, логично сделать объявление такое. У вас скоро день рождения, мы вам, не знаю, там организуем лучшие шарики, к примеру. И эта реклама будет показывать только тем, у кого в ВКонтакте написана дата, и эта дата там, получается, в течение недели должна, ну, как бы сыграть, так скажем, да? Естественно, это ваша целевая аудитория напрямую, если вы занимаетесь чем-то, связанным с днем рождения, например. Или семейное положение тоже. Если вы там продаете какие-то товары для семьи, то логично показывать это тем, у кого есть статус семейное положение там замужем. Да? Или все сложно, не надо показывать, да, вот как я пока на этом самом, на слайде демонстрирую.
Далее еще жестче. Есть настройки показывать людям, которые, не знаю, сидят только с айфоном. Есть настройки показывать людям, которые сидят только с Windows. Есть настройки практически, ну, любого интереса. Есть там же рядом соседнее меню можно выбрать, не знаю, чем интересуется человек, какие страницы он ВКонтакте смотрит, каким он присоединен к странице, какие интересы у него существуют. Поэтому это очень и очень, ну, так сказать, важный момент, который нужно тоже учитывать. Чем точнее показывается реклама, тем логичнее, что ее нажмет именно тот человек, который вам нужен. Вот. И, конечно же, нам нужно выбрать оплату за переход. То есть, что такое оплата за переход? Если человек кликнул по вашему объявлению, то вы, например, платите каждый раз 15 рублей. Я увидел ваше объявление, кликнул по нему, перешел на ваш сайт или на вашу группу, с вас списалось 15 рублей. Если человек просто увидел ваше объявление, ничего не списал. Второй вариант – показы. То есть платим не за то, что человек кликнул, а просто сколько раз объявление показалось разным людям. То есть вот неважно, кликнул я или нет, если слева, в момент того, как у меня был открыт интернет, браузер, да, с контактом, то, соответственно, я увидел объявление, неважно, кликнул я или нет, все равно деньги снимаются. Но, естественно, там клик стоит 15 рублей, а за показ вы можете платить там 100 рублей за 1000 показов людям, уникальным, например. И есть там еще такие настройки, например, как не показывать рекламу одному и тому же человеку больше там 10 раз. Соответственно, показав ему 10 раз, больше она показываться не будет. Ну, не среагировал, видимо, человек. Или уже среагировать должен был, но неважно. Иногда для некоторых ниш, для некоторых видов бизнеса дешевле показы сделать. Да, казалось бы, мы вроде как, ну а если никто не кликнет, а мы все равно заплатим, да, но это больше для имиджевой такой вещи срабатывает. Либо для чего-то очень-очень дешевого, очень-очень-очень-очень массового. Чтобы даже если кликают и не целевые, то не жалко было. Вот Зорган спрашивает, а если фейковые накликают? Ну, что значит фейковые, что значит накликают? Вы же сами выбираете, кому показывают. Естественно, вероятность того, что клики там не будут 100 из 100, конечно, да. Но если человек один раз кликнул на объявление, если оно ему снова показывается, то контакт тоже определяет, что этот человек уже кликал. И там не будет такого, что один и тот же человек с одного и той же страницы в одну секунду там взял, 10 раз кликнул, у вас за 10 переходов списалось. Контакт это тоже виден. Окей, смотрите, соответственно, выбрали вы объявление, выбрали картинку, создали все, запустили на модерацию. Да, не более 100 показов, прошу прощения, Денис, да, нолик забыл, не более 100 показов. Соответственно, ну 100 показов это очень быстро, то есть это там просто, вот он показывается один раз, вы там страницу обновили, зашли куда-то еще, он еще раз показался. То есть это достаточно быстро происходит. Соответственно, после того, как вы настроили какое-то количество объявлений, а они прошли модерацию, вы увидите, когда запускаете объявление, там есть такой значок, он показывает, типа, на этом самом, на одобрении. И либо у вас там красный крестик появится, и будет написано комментарий, что у вас там такое-то нарушение, исправьте и запустите заново. Либо все окей, запустилось. Ну, естественно, денег нужно закинуть на счет. Вот. И, соответственно, что мы получаем? Мы получаем здесь огромное поле для деятельности. Объявлений можно придумывать просто миллион. С одной картинкой разный текст, с одним текстом разные картинки. Благо, есть такая кнопочка «Скопировать объявление» всегда. Когда вы заходите в объявление, есть кнопочка «Скопировать», чтобы не менять настройки. То есть, если вы создали одно объявление с настройками под какую-то аудиторию, вам не нужно каждый раз создавать новую картинку и новое объявление, да, настраивать. Вы просто создаете, копируете объявление, заменяете там картинку, меняете там текст, все остальные параметры остаются теми же самыми. Это занимает минимум времени. Есть ли варианты бесплатного таргетинга? Нету. Именно такого типа нету никакого. Бесплатно только взаимозачет, обмен там с какими-то другими живыми людьми. Через контакты бесплатно ничего не делают. Средняя стоимость клика сейчас на самом деле для разных ниш вообще очень разная. Но контакт недешево берет. Там 15 рублей,
за клик на какой-нибудь сайт, это как бы уже норма. Ну, как бы это даже дешево, так сказать. По нормальному целевой аудитории это даже дешево. Так, едем дальше. Так. Да, соответственно, настроив объявление, мы получаем еще самое главное, не то, что самое главное, забыл сказать. Статистика. То есть, естественно, можно смотреть. Вот сейчас открыто на экране. Это вот уже те объявления, которые были у меня одобрены, уже запустились, где-то есть клики, где-то есть показы. Он вам потом покажет все, что есть. Сколько показало объявление раз, сколько было показано, да, оно, сколько кликнуло, сколько потрачено, сколько процент от просмотров кликнуло. То есть статистика достаточно широкая. Также есть статистика по времени заходу. Вот эти вот линии, которые перед вами, это статистика, какие объявления, сколько раз кликнули, да, в таком диаграмме, не в диаграмме, а в графике. Вот есть диаграмма по людям. То есть, если вы посмотрите внимательно, там есть мужчины или женщины, возраст средний. То есть, и опять же, когда самое главное что? В чем интернета фишка? Вы, допустим, создали рекламу, сделали 10 объявлений и увидели, что 5 из них не работают. Без проблем. Вы вырубили, посмотрели, почему те работают, какие-то, может, нюансы. Создали похожие на те. То есть, каждый раз вы не рискуете, ну, так скажем, делать что-то раз и все. То есть вы сделали 10 объявлений, посмотрели пару дней, там, недельку, вырубили часть. Главная фишка, что они врубаются практически мгновенно. И вырубаются мгновенно. И вы не... В чем польза рекламы в интернете? В том, что если ты, допустим, делаешь наружную рекламу, вот баннер, например, на улице, ты за него заплатил там 20 тысяч рублей, вот он пошел, и неважно, хорошо пошел, плохо, ты деньги заплатил, все, поздняк, изготовили, напечатали. Здесь вообще не так. Дали рекламу, потратили 500 рублей. Смотрите, что там, не знаю, вообще не очень хорошо. Поменяли. Или наоборот, видите, что прет, загрузили еще. Если видите, что переходы на сайт есть, но нет заявок, нету контакта с человеком, надо смотреть. Может, не та целевая аудитория приходит, может, сайт плохой. Если что, остановили, если что, добавили. Все элементарно. Соответственно, графики все можно выгружать, да-да-да. Все можно. И да и зачем это все выгружать? Можно же, ну, можно выгружать, но можно доступ дать к кабинету каким-то людям, которые нужно, чтобы посмотрели то. Похоже на директ, пишет Валентин. Да, еще как похоже. Тут как бы без вопросов. Значит, едем дальше. А нет, тут вопрос возник. Для мебели по индивидуальным заказам в среднем, в сегменте средний плюс, какую группу лучше начать? ВК, Фейсбук, Одноклассники или Инстаграм? Анжелик, ну честно могу сказать, мое мнение. Вот насчет как бы Инстаграма, я вот, честно говоря, надо посмотреть. Потому что, смотря кто ваша целевая аудитория, если у вас более старенькая аудитория, то... Надо проверять. Можно на самом деле загрузить везде по чуть-чуть и посмотреть, где отклик есть. Но! Если целевая аудитория ваша ВКонтакте, есть 100%. Реклама ВКонтакте подходит практически для всех ниш. Есть такое мнение, что да, типа ВКонтакте сидит более молодая аудитория. Ну, отдельный вопрос. Я вот знаю точно, что сидит там более молодая аудитория. Я бы сказал так, она действительно в целом из 140 миллионов, она действительно больше молодежная. Вот только, понимаете, вам-то какая разница? Ну пусть они там сидят, вы же будете фильтровать свои объявления по тем, кому вам нужен. Фишка в том, что если вашей аудитории там нет, то вы ничего не заплатите. Но если она там есть вдруг, то вы будете платить. Но кликать будут те, кто в адеквате. То есть в этом вся фишка. Вы можете возраст настроить, интересы. И если да, люди кликают, значит есть эта целевая аудитория. Все просто. Вы ничем не рискуете здесь. Ну,
может, пары тысяч рублей. Кстати, хочу вернуться к такому моменту, вообще, который не обсудил. Ну как, вообще, сколько тратить денег на рекламу? Вот кто спрашивал, вопрос задавали, да? Ну, как вам сказать? Очень, очень аккуратно надо всегда смотреть на новое. Надо смотреть на новое обязательно, но аккуратно. Вот у вас есть рекламный какой-то бюджет. Вообще, как бы, если вы финансовым планированием занимаетесь, то, наверное, вы какую-то денежку выделяете на финансовом планировании, на продвижение. И если такая ситуация происходит, что вы хотите начать рекламу в социальных сетях за деньги, но вы никогда этого не делали, то не надо там вламывать все деньги туда, да, в разумных пределах. Это новая для вас ниша. Реклама ВКонтакте или Фейсбуке. И если вы там, сломя голову, туда понеслись, то не надо этого делать. Давайте так. Вот у вас есть проверенные способы рекламы, которые вы использовали. Где бы они ни были, хоть вы в газете, там, не знаю, в черно-белой размещались, но если оттуда клиенты приходили, пусть приходят дальше. Пока вы не нашли новый способ, который точно работает и приносит результат, не лезьте в новое, бросая старое. Это же, ну, очевидно. Поэтому 80% бюджета рекламного ставьте на то, что работает, на 20% оставшуюся процентов экспериментируйте. Прокатит хорошо, пойдут люди, пойдет доход оттуда физически, результат пойдет, вложите туда по полной. Не стесняйтесь потом. Если вы видите, что работает, не стесняйтесь. Если вы точно знаете, что 100 кликов на ваш сайт приносит вам 10 продаж, а 200 кликов приносят 20 продаж, так кидайте туда на 1000 кликов, пусть вам, у вас будет еще больше продаж, понимаете? Ну, если это работает. А это нужно анализировать, смотреть еженедельно, ежедневно. Благо статистики в интернете позволяет практически все увидеть, и заходы, и переходы, и показы. Дальше только смотрите, естественно, если вам там звонят в офис или с сайта заявки приходят, узнавайте, следите, откуда они пришли. Там через тот же сайт это обычно все счетчики. Ну, спросите на крайняк у человека, откуда он пришел, может, он вспомнит. То есть, ну, отслеживайте результативность. Это само собой. Так, ну что, едем дальше. Пост ВКонтакте. Еще есть очень крутая штука. Называется реклама. Которая называется реклама, да. Называется она ретаргетинг. То есть мы сейчас рассматривали с вами таргетинг, а это ретаргетинг. Это когда мы с вами показываем целенаправленно рекламу, но только по тем людям, которые с нами уже как-то связаны. И вот смотрите, опять же, вот в рекламном кабинете слева вот есть таргетинг, это просто рекламу мы сейчас с вами настраиваем, а есть ретаргетинг. Абсолютно такая же. Почему я так подробно контакт разбираю? Мы по Фейсбуку более быстро пройдемся, только лишь потому, что там суть та же, но сейчас основы мы разберем, да? А там я покажу вам просто, как там это выглядит. Если кто-то переживает, что у нас время идет, а Фейсбук мы еще не затронули. Смотрите. Ретаргетинг. Очень классная штука. Она позволяет сделать несколько вещей. Это первое. Встроить код на сайт. Что такое встроить код на сайт? То есть, грубо говоря, вот у вас есть сайт. На него заходят люди. Неважно откуда. С контакта, с прямой рекламы. Это ваши клиенты постоянные. Вы рекламируетесь где-то еще. Без разницы. Вы из контакта. Вы как бы вставляете частичку контакта к себе в сайт. И после этого вот эта вот частичка контакта, она начинает видеть каждого, кто заходит на ваш сайт, и сохранять о них информацию. И сохранять специально выведенную у вас вот в этой рекламной, вот в этом рекламном кабинете закладки ретаргетинг, так называемую аудиторию. То есть каждый человек, который зайдет к вам на сайт, он и там будет заранее встроен вот этот вот код, так скажем, вот эта частичка контакта, объясняю совсем по-простому, для тех, кто в курсе, понятно, они уже все поняли, но вдруг вы этого не делаете. И получается,
у вас начинает база этих людей накапливаться. И что это вам дает? Вы потом можете показывать объявление о вашем товаре и услуге только лишь тем, кто уже хоть раз заходил на ваш сайт. Например, я искал ваш сайт где-то в Яндексе, зашел, ушел, но как-то особо не забыл об этом, не заинтересовался. Захожу в соцсеть, а мне вот там слева внизу показывают контакт, что, не знаю, там, интересуетесь, а я, например, заходил, интересовался обувью. Там, интересуетесь обувью, заходите сюда. Что это значит? Значит, я зашел на сайт, где был встроен от контакта код специальный, который меня увидел, и потом моей странице в социальной сети показывают рекламу. Получается максимально целевой выстрел, понимаете? Я уже был на сайте, уже вас как-то видел, ну как бы замелькало в голове, понимаете? Это первый вариант, то есть встроить на сайт и как бы ловить всех, кто у вас на сайте был, и показывать им рекламу через контакт. Настраивается она точно так же, как мы сейчас с вами обсудили. Все понятно? Если что непонятно, пишите вопросы, друзья. Далее. Второй вариант. Настройка через базу. У кого есть база e-mail'ов и телефонов своих клиентов больших количества? Уже. У всех же есть. Так вот, эту базу телефонов e-mail'ов табличкой можно загрузить вот таким вот образом. Видите, загрузить из файла. И что сделает в таком случае контакт? Он прошерстит по этому вашему экселевскому файлу, есть ли по этому номеру телефона или по e-mail пользователи ВКонтакте. По телефону, ну ВКонтакте же вы когда заходите, либо телефон, либо e-mail оставляете. Может быть и то есть. Человек оставляет e-mail или телефон, контакт сравнивает их с вашей таблицей, и если он находит этого человека ВКонтакте, он добавляется к вам в список тех, кому можно показывать объявления. Только ему. И там вы можете делать вообще любые объявления именно под вашу узкую целевую аудиторию, которую вы только что сами загрузили. Например, это ваши постоянные клиенты. Вы можете сделать специальные объявления с специальной информацией для них. Смотрите, еще раз показываю. Вот, когда вы зашли в рекламный кабинет, у вас здесь слева есть таргетинг. В Фейсбуке есть абсолютно то же самое, сейчас покажу как. У вас есть такая вещь, как ретаргетинг. Это все понятно. Вот слева там есть бюджет, рекламные кампании, экспорт статистики, вот вы спрашивали кто-то, да, про статистику. Настройки, справка, вот здесь есть ретаргетинг. То есть это перепоказ объявления еще раз кому-то. И можно загрузить базу своих клиентов туда, через файл, прям через Excel. Он их обнаружит, если они есть ВКонтакте под этими номерами телефонов или под e-mail'ами, выведет их списком вам, и можно настроить объявление, как мы с вами только что смотрели, да, фотку там загрузить, текст, именно так, чтобы оно показывалось только им. Там прям будет такая кнопка вот рядом с появившимся списком, там это называется аудитория. Видите, вот здесь вот есть такая стрелочка, показываю, видите, аудитория. Здесь у меня никого нет. Там есть такая кнопка «Создать аудиторию». И вот вы нажимаете «Создать аудиторию», и он вам предлагает вот таким образом загрузить туда файл. Вы загружаете файл, он их находит, и объявление показывает только им. Либо это база ваших постоянных клиентов, новых клиентов, неважно. Но представляете, какая целевая четкость получается. Вот у вас есть список там из 100 клиентов, которые у вас купили уже, не знаю, там вот этот стакан, а вот этот прибор не купили, и вы можете прямо в объявлении написать: купили у нас такой вот стакан, а хотите вот такой вот белый телефон. Вы понимаете, ну, до такой степени можно четко стрелять по ним. Понимаете идею? Понятно объяснил? Окей. Отлично. Ну все, едем тогда дальше, да? То есть это еще один способ еще более узко стрелять по вашим людям.
которые у вас уже как-то есть, ну, не знаю, какие-то базы. Либо, как я уже говорил до этого, эту базу можно накапливать из людей, которые у вас на сайте что-то хоть раз смотрели. Поэтому обязательно это используйте. И, друзья мои, конечно же, надо не забывать, что информационная активность сегодня, она зашкаливает. Очень много, особенно вот в соцсетях, да, ну просто жесть много всего. Ну прям очень много. Но не забывайте, я сейчас, мы переходим дальше, но я просто хотел подытожить некоторые моменты. Я понимаю, что инфа, я вижу, что пишется, что классно, очень рад, что вам это нравится, очень рад быть полезным, но не забывайте о том, что даже как бы, ну, реклама как может начать приносить мгновенный эффект, так бывает, нужно и какое-то время тоже повкладывать. Понятно, что если вы сейчас 1000 рублей там загрузили, как-то группу там продвинули, ну, не всегда это приносит мгновенный эффект. То есть, как бы, ну, бывает, что надо планомерно, тем более, видите, мелькает слева объявление, может быть, оно ему там первый день помелькало, а там, может, ему 3 дня надо созреть. То есть, надо смотреть тоже. Тут еще важно, видите, как бы, реклама ВКонтакте очень важно тоже под какие-то акции делать, например, да, вот особенно по вашей целевой аудитории. Например, сделали рассылку по своей базе, e-mail, например, и тут же сверху еще накрыли их рекламой ВКонтакте, на недельку, например. Раз человек здесь посмотрел, тут посмотрел, подумал, блин, надо обратиться. Мария, вам кажется, что рекламные записи в ленте эффективнее рекламы в блоке слева? Отдельный вопрос. Отдельный, вообще, надо тестировать ваш, на самом деле, продукт. Я могу сказать так, что рекламная вот эта запись в ленте, там конкуренция очень высокая, гораздо дороже стоит в ленту попасть, например. Поэтому надо смотреть. А что еще хотел сказать по этому поводу? Павел задал хороший вопрос. Владимир, вы совсем не говорите об одноклассниках, эта сеть вообще неинтересна в плане продвижения бизнеса. А, не говорю про одноклассники, сейчас взял контакт и возьму Facebook. Честно, просто из-за времени. Но работает ВКонтакте, работает Facebook, работают одноклассники. Не спорю, на самом деле. Но там настройки практически такие же везде. Если вы сделаете хоть раз это здесь, ну по факту, то вы и там как бы идею тоже словите, нюансы есть, основа та же. Просто единственная сложность в одноклассниках, она настраивается более сложно, чем контакт, потому что там это делается через единый такой как бы mail.ru-ский рекламный кабинет. Одноклассники принадлежат mail.ru. Ну, ВКонтакте тоже, но пока он как бы не так пошел под это. Вот mail.ru, мой мир, одноклассники, вот вся вот эта вот большая вот эта mail.ru-шная тема, она настраивается не так, что ты зашел в одноклассники, там нажал на рекламный кабинет, открылось, как здесь все ВКонтакте, ты быстро все настроил. Я просто, видите, почему про одноклассники не говорю еще? Там дольше, сложнее некоторые вещи делать, и поэтому немножко, так скажем, я бы сейчас на вебинаре вас засыпал бы слишком. Если вы ВКонтакте все сможете быстро применить, понять, так сказать, потренироваться, ошибки посовершать какие-то, может быть, наоборот, какие-то новые фишки придумаете для себя, то вы потом уже будете по-другому на одноклассников смотреть. Да, и пишет Денис правильно, что Mail.ru Group там продается реклама, конечно, но там реально дорого. Там она как бы вот этим единым блоком идет, и там геморройно немножко, честно по-простому скажу, и менее круто, как бы быстро и эффективно, чем здесь. Но там тоже есть целевуха, там тоже можно рекламироваться. Но опять же, в Одноклассниках целевая аудитория постарше. Зачастую. Все, едем дальше, друзья. Время тикает. Так, ну что, нормально, едем дальше. Полезно пока? Жить можно? Напишите что-нибудь. Все живы. Очень хорошо. Видите, вебинар такая штука, когда живой семинар читаешь, конечно, там видно глаза.
видно реакция, тут как бы, ну, вы далеко, а я здесь, такая говорящая голова, ну, максимум, что могу себе позволить, сделаться покрупней, но это сильно не изменит ситуацию. Так, поехали по Фейсбуку. Значит, смотрите, Фейсбук, тема вообще грамотная. Легко. Значит, поехали дальше. Значит, что еще про контакт хотел сказать, друзья мои? Последнее, не последнее. И я подытожу это в конце, но скажу еще раз. Есть, конечно же, бесплатные еще варианты, как можно размещаться ВКонтакте, но это все в основном как бы через вот какие-то вот, как раз вот пишет Зорган, вы как чувствуете, про вирусную акцию для репостов. То есть, ну, вы видели, наверное, это обычно работает для тех групп, в которых есть уже какие-то люди. То есть, сделай репост себе на страницу, поставь лайк и участвуй в конкурсе, например. Мы бы тебе подарим, не знаю, бесплатный билет в кино. К примеру, да, если вы кинобилетами занимаетесь. То есть, еще раз, если брать, вот сейчас мы по платной рекламе посмотрели, там все понятно. Деньги платишь, показы идут. А если берем бесплатные, то это только лишь через свои какие-то вещи, связанные с вашей базой. Ваша база – это ваше все. Очень рекомендую делать рассылку по своей базе соцсетями и после этого смело хлопайте людям какую-то фишку, там типа у нас акция в соцсети, сделай репост нашей группы и получи там какой-нибудь гарантированный приз или там конкурс будет. То есть ваши клиенты это сделают с гораздо большей вероятностью, чем это какие-то левые люди сделают. Кроме конкурсов, что? Как можно бесплатно распространять вашу группу? Опять же, путем партнерских взаимоотношений, путем партнерских находить группы друзей потенциальных, общаться. Это должен сидеть специальный человек, который этим занимается. Татьяна пишет, что лучше продвигать в Facebook, группу или страницу? Честно говорю, группу не надо, в Facebook она стрёмно почему-то так сделана, я не знаю почему. Лучше страницу. Группы, они какие-то зачастую нединамичные, хуже в новостях высвечиваются. И туда еще можно приглашать без палева, это очень неудобно. Давайте посмотрим сейчас на это. Итак, друзья, по Facebook, по факту все то же самое. Создаем страницу. Создаем себе страницу обязательно, все то же самое. Друзья, в соцсетях надо быть представленным адекватно. У вас должна быть нормальная группа ВКонтакте, нормальная группа в Фейсбуке, нормальные личные страницы. Далее. У меня обязательно будет еще отдельный в конце блок, вот сейчас минут через 15, о том, вообще, как руководителю, желательно владельцу бизнеса, какие некоторые моменты обязательно, и вообще, да не только руководителю, любому сотруднику, что важно у себя в соцсетях размещать. Просто для личного имиджа, для имиджа компании. Я об этом еще отдельно скажу, поэтому обязательно скажу это прям вот отдельным блоком. Но сейчас давайте про рекламу в Фейсбуке. Итак, страница в Фейсбуке и ВКонтакте создается, редактируется примерно одинаково. Значит, все просто. Естественно, наполняйте ее нормальной информацией. Я об этом уже говорил в самом начале. Что лучше туда постить. Дальше. Вообще, давайте посмотрим, где реклама в Фейсбуке у нас виднеется. Да? Опять же. Так, сейчас. Этот слайд у меня здесь. Да? Обычно то же самое абсолютно, что и в ВКонтакте. Сейчас. Вот пример. Вот в ленте новостей рекламный пост с надписью «Реклама». Вот справа картинки, рекламирующие какой-то товар или услугу. То же самое, что в ВКонтакте, только в Фейсбуке это все справа, а в ВКонтакте это все слева. Остальное все одинаково. Но это еще не все, что можно там делать. Александр, скажу, как запись получить в конце. Итак, реклама. Открываем рекламу через Фейсбук. Практически так же, как и через контакт, только здесь
Все это немножко с другой стороны. Справа наверху есть стрелочка такая беленькая у каждого странички. Открывается менюшка, где вы можете редактировать свою какую-то штуку. И есть такая вещь, как управление рекламой. Открываем ее. Открывается рекламный кабинет. У вас, возможно, если вы первый раз открыли, будет такая надпись «Добро пожаловать в рекламный кабинет». Что вы хотите? Но если он у вас уже есть, то у вас открываются уже существующие рекламные кампании, как у меня на слайде. И если вы хотите создать новое рекламное объявление, пожалуйста, создать объявление, вот здесь есть зеленая такая кнопочка, например. Нажимаем на нее, и нам Facebook предлагает, ох, что он нам только не предлагает. Гору всего нам предлагает, просто гору. Ну вот, давайте самое популярное. Поднимать публикацию. То есть, если вы сделали сами на какой-то своей странице публикацию о том, что, не знаю, там, стаканы номер один, наши лучшие стаканы, можно ее напрямую рекламировать. То есть, вот конкретную запись. Можно продвигать конкретную страницу. Как вот мы говорили, есть группа ВКонтакте, есть страница Facebook. Именно страницу. По той же схеме. Сейчас пойдем дальше. Переправлять людей на веб-сайт. Это вот непосредственно на внешний сайт, то есть вот с Фейсбука объявление ведет на ваш сайт, какой бы он ни был. Дальше. Увеличить число конверсий на веб-сайте. Это вот как раз-таки вариант с тем, что я вам говорил. Помните вот про встраиваемый от ВКонтакте код на сайт на ваш, чтобы потом этим людям, которые были у вас на сайте, показывать рекламу в социальной сети. Здесь абсолютно то же самое. То есть, если люди зашли к вам на сайт, то Facebook их тоже видит и начинает в рекламу в Facebook им показывать. Если они не были на вашем сайте, например, не показывают. Далее, куча всяких разных вещей, давайте все зачитывать не буду, зайдете в рекламный кабинет, увидите. Но там есть продвигать каталог продуктов, просмотры видео, то есть здесь просто, вот, например, выложили бы видео на Facebook, можете его рекламировать конкретно. Вот. Мероприятия на Фейсбуке можно создать. Ну, это как типа как событие. Может быть, видели такую штуку. Например, там есть кнопочка такая «Создать мероприятие». И вы пишете, не знаю, там, «День рождения Васи Пупкина». Там вот день рождения такой-то. И вы можете рекламу на него запустить. Но давайте сейчас поговорим о самом популярном. Это либо продвижение сообщества, либо продвижение внешнего сайта. Выбираем, допустим, внешний сайт. И, соответственно, он вам предлагает вот клики на веб-сайт делать. Окей. То же самое, что ВКонтакте, но меньше настроек. Настроек еще меньше, к сожалению. Но выбираются основные, конечно же, это где, то есть Россия, Санкт-Петербург, не Санкт-Петербург, там, не знаю, Москва, не Москва. Возраст обязательно, пол, языки. Может быть, вам Россия нужна, а язык нужен. Может, вам нужны англоговорящий, кто живет в России, то есть территориально человек находится в России, но у него в профиле указан его родной язык, там английский. Да? Понятно, да, здесь? Дальше. Есть детальные настройки. Там выбираются интересы, примерно как в ВКонтакте. Тоже там бизнес, автоспорт, домашние тапочки, вообще все, что хочешь. Как параметры эти подгоняются, Facebook сам смотрит, где человек шарился по-хорошему, по-простому, да, сказать, где он тусил, на каких страницах. Если он постоянно зависает на странице, не знаю, там, кружевного вязания, то, пожалуйста, там показывает, это будет как бы в его неких интересах учитываться. Если вы таких людей много, то вы, выбрав там вязание, то получите нужных людей. Далее. Так, ну вот, я показано как раз у меня на слайде, что там Москва, например, не Москва. Здесь сразу справа он будет вам показывать аудиторию. То есть выбрали Москву, он вам написал там 20 миллионов человек. Выбрали, что это только мужики, там осталось 10 миллионов человек, образно говоря. Выбрали, что это только мужики в возрасте от 29 до 45 лет, осталось там 500 тысяч человек. Ну, например, да? Все как обычно. Вот по поводу Инстаграм. Как известно, Майк Цукерберг, создатель Facebook, в свое время посмотрел на Инстаграм и подумал, божечки, вот она развивается, страшно-то как, надо покупать. И купил. Если не ошибаюсь, он за 30 миллионов
баксов он купил. Типа того. Это еще в тот момент, когда она только-только типа начала набирать обороты. Я сейчас боюсь представить, сколько бы ее продали. Вот. Поэтому Инстаграм принадлежит кому? Ему. Тому же самому Фейсбуку. Поэтому, когда вы выбираете дальше настройки, он вам показывает, а кому, собственно говоря, дружище, ты будешь показывать объявление. И он нам предлагает в ленте мобильных устройств, например, вдруг у вас такая целевая аудитория, что они не сидят с мобильных телефонов в Фейсбуке. Может быть такое? И вы в этом точно уверены. Не показывайте им вообще рекламу, если они с мобилы сидят. Показывайте только если с компьютера. Нужно вам, чтобы в Инстаграме были ваши посты? Хорошо? Не надо? Галочку снимаете? Так не надо. И вот, соответственно, здесь вот настройки. Показывать где? Понятно, да? Далее все просто. Выбираем тоже клик это или это просто показы. То же самое, как ВКонтакте. Платим за клик или платим за показы. То же самое ведь, как ВКонтакте, да? Понятно все? Не сложно? Просто интерфейс чуть другой. Друзья, напишите что-нибудь в чат, то я заскучал без вас. Все понятно, да? А вдруг меня не слышно? Ну все, слава богу, вы меня успокоили. Все, отлично. То есть, в принципе, все то же самое, да? Едем дальше. Тоже смотрим. Но здесь есть несколько вариантов. Можно, например, картинку загрузить, а можно сделать несколько картинок, чтобы они таким слайдером приезжали. Но идея проста. Выбираем картинку для объявлений. Вот я выбрал там Ирину Васильевну Нарчимашвили, вот здесь. Дальше, соответственно, точно так же составляем текст для этого объявления. Абсолютно так же, как ВКонтакте. Не знаю там. Продаем стеклянные стаканы из стекла. Покупайте. Так, ну и, соответственно, вот таким вот образом реклама потом виднеется. Вот фотка, мне тут в Питере есть квартиры. И, соответственно, вот здесь в ленте новостей тоже она проскальзывает. Естественно, друзья мои, стоимость клика зависит от вашей целевой аудитории и так далее, и так далее. Эльвира спрашивает. Здравствуйте, Эльвира. Большой привет Набережным Челнам. У вас в компании кто занимается данным видом продвижения? Специально выделенный сотрудник или наемный сотрудник? У нас есть сотрудник, который не прям специально выделен под это только лишь. Он отчасти занимается еще другой работой. Но вот наполнением соцсетей, например, занимается отдельный человек, который, соответственно, точно так же еще занимается просто параллельно еще работой. Он работает у нас, соответственно, над еще различными вариантами продвижения. Но контакт, Facebook он ведет, чтобы группы наполнялись, настройка рекламы частично там, да. Вопрос Валентина. Можно ли загружать базу контактов с файла Excel как в ВК? Абсолютно точно так же делается, абсолютно точно так же. Есть такая кнопка замечательная. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот здесь вот наверху, видите, вот настройки такие есть. Вот я сейчас картинку. И там есть такая вещь, как создать аудиторию. То есть, по сути, звучит, как и ВКонтакте. И там можно точно так же загрузить файл Excel, загрузить туда базу своих контактов и быть уверенным, что только этой базе, которую он нашел, будет отображаться реклама и только ей. Вот здесь вот наверху есть в настройках реклам, когда найдете. Здесь вот такая штучка есть, как настроечки. Там есть создать аудиторию. И там вот в создании аудитории есть тоже два варианта. Встраиваете код на сайт от Фейсбука, и Фейсбук начинает видеть только ваших клиентов, кто был у вас на сайте, и вы можете по ним показывать рекламу. Либо вы, опять же, собственно говоря, загружаете файл и показываете только им. Нет, Валентин, прям профили не будут показаны. У вас будет просто такой, ну, грубо говоря, строчкой написано, допустим. Вы нажмете «Создать аудиторию», загрузить туда файл. Называть этот файл вы можете там как угодно, не знаю, база Молдовы, там, не знаю, если вы Молдовы, например, собираете. И дальше, когда он, допустим, загружаете вы 10 тысяч контактов из Excel, и он вам такой написал,
там успешно загружены, не знаю, там 6 тысяч, значит 4 тысячи не нашел он в Фейсбуке ваших людей. И там, соответственно, будет написано там, база такая-то, 6 тысяч. Вы нажимаете создать объявление, и по ним показывается объявление. Все, больше оно никому не показывается. Там вы уже можете, когда вы настраиваете, вот опять же, по вашей базе людей, вы тоже можете там добавить настройки, например, возраста, что будет показано только по этой базе, но с такими-то настройками. Все то же самое, что мы с вами уже обсуждали. Понятно, да? Если кому что-то непонятно, вы пишите. Окей, по Фейсбуку, да? То есть, в принципе, все то же самое. Есть еще один небольшой вариант рекламы, который можно использовать, не отходя от кассы, по сути, очень быстренько. Вот у вас есть, например, рекламный пост. Сейчас я включу. Вот я сейчас, вот эта картинка, это просто рекламный пост нашего вебинара, который был у нас, собственно говоря, сегодня на странице в Фейсбуке. И там есть такая кнопочка синенькая «Поднимать публикацию». Это есть у каждого, у кого есть страница в Фейсбуке, если вы разместите туда рекламу, там есть кнопочка «Поднимать публикацию». Открывается быстрое меню рекламы, вы выбираете, например, насколько денег рекламировать, там, допустим, на 10 баксов, и там есть такая настройка, кому показывать рекламу. И там есть три варианта. Первый вариант. Друзьям только тем, кто есть в группе, в которой вы делаете рекламный пост. Не в группе, а в странице. Второе. Друзьям друзей тех людей, которые есть у вас вот здесь. И это очень крутая тема. То есть, опять, если я состою у вас в группе, данный рекламный пост будет показывать только моим друзьям. А это, возможно, хорошо. Мы не рекламировали пост на данном вебинаре. Нет, не вкладывали в него. Конкретно это нет. И еще вариант, это уже настроить, чтобы этот рекламный пост рекламировался по тем целевым параметрам, которые мы уже делали. Вот. Значит, это один из вариантов. Друзья мои, у нас сейчас, давайте вопросики сейчас. Евгений спрашивает, знаем ли мы что-нибудь о платформе Соломота, которая продвигает социальные сети? Если же знаете что-нибудь, то скажите что-нибудь об этом в двух словах. Ну, смотрите, на самом деле, так скажем, эта платформа, ну, давайте так, как бы это некая настройка, давайте, ну, как программа, что ли, да? На самом деле, это, у них один из вариантов рекламы, это через каких-то посредников. Я честно могу сказать, я не пользовался рекламой этих вещей. Но есть это автоматизированный, грубо говоря, сервис по рекламе в социальных сетях. То есть это сервис, который позволяет, есть не только Соломота, это просто как пример сейчас привели, это тот сервис, который позволяет просто некоторые вещи автоматизировать. Я могу сказать, что я неплохо к этим вещам отношусь, если у вас это все уже на поток прям поставлено. Но я честно могу сказать, лучше всегда иметь нормального человека, который будет это делать у себя. И посты, и рекламу, чтобы вы... Потому что роботов очень часто начинает через какое-то время любой автоматизированный постинг, то есть любая автоматизированная программа, которая создает посты, ставит ее куда-то и как-то еще, это типа как бы автоматически, это не очень со временем влияет. Значит, второе. Вопрос был. Что насчет продвижения на YouTube? Да, слушайте, Валентин, это вообще отдельная тема. Я, может быть, даже специальный вебинар соберу по YouTube. Это вообще может быть отдельной темой. Можно час рассказывать про YouTube. Честно, не могу сейчас, не успеваем мы про YouTube поговорить. Но там есть похожие вещи. Но YouTube там своя тема. Давайте отдельно про YouTube. А можно ли в одном рекламном объявлении совмещать клиентскую базу с собственноручно настроенной аудиторией? Да. Когда вы создаете рекламу, там есть настройки, кому показывать. Можете выбрать там, допустим, загруженную клиентскую базу, плюс все что угодно. Так, давайте по вопросикам сейчас попозже. Я что еще хотел вам последним дать блоком сегодня? Я надеюсь, что уже, так скажем, ну, информация была полезна. Честно, видите, почти 2 часа уже пролетели как вот мгновенно.
Я понял, что тема интересная, судя по тому, во-первых, сколько людей пришло. Я хотел еще вот что объявить, такую вещь. Вообще, как бы, в последнее время реально очень многим, ну, так скажем, важным моментом является тоже имидж людей в глазах других людей. Доверие, имидж руководителя, его отношение к руководителю, к подчиненными, подчиненного с руководителем и так далее. Поэтому, друзья мои, у нас впереди еще, я сейчас вам дам один блок важный, но еще скажу, в конце у нас розыгрыш. Не забыли, что у нас розыгрыш? Или забыли? У нас каждый вебинар разыгрывается книги Гранта Кардона, наших партнеров по офису продаж Гранта Кардона. И вот на прошлой неделе выиграла Олеся Овчаренко. Я не уверен, как фамилия произносится. Знаю, что Олеся Овчаренко. И выиграла у нас книги на прошлой неделе. Так вот, для того, чтобы получить приз, надо сделать очень простую вещь. И как, кстати, можно продвигать в соцсети, я вам сейчас расскажу. В общем, можно выиграть книгу Гранта Кардона. Если у вас уже есть книга Гранта Кардона, можете выиграть ту, которой у вас нет. Нет, не репост. Один из... попроще сделаем для вас. Значит, нужно у нас зайти в Facebook или ВКонтакт. Я вам сейчас скину, опять же, вот ссылки, пожалуйста. Да, вот Ирина пишет, мой подарок уже доставили в Улан-Удэ. Прекрасно, Ирина. Соответственно, группа ВКонтакте вот здесь, группа в Фейсбуке вот здесь, значит, там есть самый верхний пост, посвященный моему вебинару. Вы его там увидите сразу же вот на стеночке. И что я хочу, чтобы вы сделали? Просто напишите отзыв о вебинаре в комментариях к этому посту. Среди лучшего комментария среди комментариев мы выберем лучший. И подарим книжку тому, кто его напишет. Лучший комментарий. Самый содержательный, самый подробный, самый ценный. Все понятно? И, конечно же, если вы до сих пор не присоединились к нам в социальных сетях, обязательно нажмите «Мне нравится» в Фейсбуке, либо присоединиться или там вступить в группу ВКонтакте. Это нужно сделать в течение вот сегодня, вот после вебинара. Мы, я думаю, в течение сегодняшнего дня выберем победителя, завтра уже его объявим, либо сегодня вечером. Все понятно, да? То есть заходим либо в группу, вот опять же, еще раз, на всякий случай вам, группа в Фейсбуке, ой, ВКонтакте, и вот отдельная страничка в Фейсбуке. По поводу записи, друзья мои, значит, если кто-то хочет получить запись, во-первых, запись, она будет конвертироваться в какое-то время, мы ее выложим в интернет. Для того, чтобы получить запись, обязательно напишите мне, пожалуйста, на почту, на мою. Я вам сейчас скажу, куда писать. И обратным письмом мы вам обязательно отправим запись. Сейчас, секундочку, я вам скажу, куда вам написать. Я вам прям пишу. В теме письма, пожалуйста, напишите «Хочу запись вебинара». Вот на мою почту, пожалуйста, напишите. Как только запись подготовится, отправим вам ссылочку. Хорошо? Всем понятно? Тоже несложная, да, задачка? Окей. По поводу конкурса понятно? По поводу, собственно говоря, записи тоже понятно, да? Если какие-то вопросы есть, вы обязательно пишите. Давайте теперь последний блок и еще отвечу на вопрос. Значит, первое, что я хотел сказать. Друзья мои, социальные сети, еще раз повторюсь, это, друзья мои, важнейший элемент нашей жизни. Невозможно, ну как бы, отрицать важность соцсети. Я уже об этом говорил. Материться на своей странице, не знаю, там, показывать странные хобби, ухудшающие ваш имидж и вашей компании, никоим образом нельзя. Нет свободы, ну по факту у нас с вами, ну если можно так сказать, в современном обществе, если так посмотреть. Любой сотрудник, даже, допустим, вы руководитель,
Как ваши сотрудники тоже смотрят на вас, на вашу страничку в социальной сети? Так они относятся в какой-то степени к вам и в жизни. Если вы сотрудник, вы приходите на работу, особенно там, не знаю, новенький, и опять же, тоже, ваша страница в соцсети, она вызывает вопросы нормальных людей, там какая-то жесть, или у вас она закрыта, например, или она там вообще какая-то неведущаяся, тоже, ну как бы, может быть, мысли возникают у людей разные, там, почему ты такой скрытный, если ты, ну там, не знаю, там, что-то от кого скрываешь, да? То есть, мое мнение очень простое, я хотел об этом вам сказать. Как бы, всегда у нас в обществе любая какая-то ситуация не очень однозначно трактуется в них самую хорошую сторону. Поэтому всегда будьте профессионалами во всем. И в соцсетях тоже. Есть хорошие хобби. Не знаю, если вы занимаетесь спортом, прекрасно, занимайтесь спортом. Если вы там, ну так скажем, увлекаетесь какие-то вещи, каким-то вот хорошим делом, это не значит, что вы не должны как бы делать как бы это публично, да, наоборот, хорошо. Если вы владелец бизнеса, если вы там руководитель или вы просто сотрудник, если вы увлекаетесь, не знаю, там, конной ездой, не знаю, поездкой на велосипедах, не знаю, дрифтом на автомобилях, там, ездой боком, не знаю, там, это абсолютно хорошие вещи, да, это хобби, и их нужно, наоборот, показывать, по большому счету. Надо быть ближе тоже к людям. Если вы, у вас страница только-только лишь наполнена, там, у вас фото в галстуке, там, и все, и у вас ничего не происходит, это тоже не очень правильно. Это лучше, чем у вас там какая-то жесть, но это тоже не очень правильно. Если наши менеджеры, например, по продажам, если вы заметили, может быть, тоже общались с кем-то, там, с Александром Белоножко, например, кто-то знаком, возможно, да, из руководителя отдела продаж с новым клиентом, там, Карен, например, есть у нас Аркисов, там, Алексей Леонтьев, да, вот те менеджеры, которые работают с новой публикой, они все тоже следят за своими страницами в социальных сетях, стараются выкладывать какую-то полезную, красивую информацию, там, о своих поездках, например, о чем-то еще. Они тоже делают это не только потому, что им это нравится, хотя им это нравится, я точно знаю, и у них друзья на это смотрят. Но они знают, что потенциальный клиент, он тоже может увидеть этот пост. И они понимают, что клиент будет доволен тем, что увидит. Да? Не то, чтобы он такой, о, здорово, молодец, что там ведет социальную сеть. Нет, просто он увидит, что да, нормальный человек, вот его деятельность, вот его жизнь. Это соцсети, это часть нашей жизни. Группы, страницы, неважно где, они все создают о нас мнение. Мнение людей и доверие людей – это то, что приносит нам деньги в компанию. Потому что если нет доверия, деньги вам никто не принесет. И даже соцсети на это могут влиять. Поэтому пользуйтесь соцсетями, друзья мои. И обязательно создавайте там себе хороший, грамотный имидж, который, так скажем, создавал бы вам дополнительный доход, а не наоборот, отнимал бы что-то от этого. Ну, не напрямую, конечно, а косвенно. Чтобы о вас никто не думал что-то хуже, чем на самом деле есть. Вот что самое главное. А лучше думал еще и лучше, да? Вот, поэтому я, друзья мои, постарался за вот эти 2 часа уж разложить по соцсетям максимально. Честно говоря, времени вообще не хватает, честно. Вот я вот прямо сейчас понимаю это, что можно было еще больше рассказать и еще про больше. Но я очень надеюсь, что, опять же, повторюсь, у нас есть страницы в социальных сетях, в которых можно обязательно нужно написать комментарий к этому вебинару. И как раз-таки вы можете, ну, так сказать, официально подтвердить, насколько было вам полезно данное мероприятие. Я постарался для вас за максимально короткое время дать максимум. Надеюсь, вам было полезно. Вот. Поэтому на этом я хочу с вами попрощаться. По поводу записи сказал, по поводу всего сказал. И, соответственно, буду счастлив, соответственно, видеть вас на следующих наших вебинарах. Мы каждую неделю что-то проводим. Приглашайте друзей, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, опять же, как я уже говорил, приглашайте друзей в социальные сети, пусть они подписываются, получают от нас бесплатно контент, бесплатное информирование и улучшают свою жизнь и бизнес. Вот. Главное, друзья мои, чтобы вот этот вот момент создания ваш, допустим, вы вот сейчас такие наслушались меня, вау-вау, здорово, чтобы вы сейчас не создали группу, потом ее главное не забросьте. Это регулярно. Регулярно должно происходить. Вот, да, вам спасибо большое за внимание.
Всего доброго, хорошего вам дня и жду от вас комментариев в наших социальных сетях. Разыграем книгу-подарок. Все, всего доброго. До связи.